Поднимите руку, у кого не важен вопрос. У вас не важен, да? Одна только. Не важен. У вас тоже не важен. У остальных всех важен. Только человек не важен, остальные важны. И только два подняли, потому что они подумали, что я их спрошу, потому что они подняли. Давайте будем читать лекцию, потому что кроме нас есть еще люди в зале. Так? Иди. Ну-ка, интересно, есть люди или нет, кто-либо? Они пришли на лекцию и слушать ваш ответ на ваш вопрос. А? На лекцию пришли. Вы ради них можете пожертвовать своим вопросом и дать возможность им слушать лекцию? Можете? Спасибо вам за это. Вы очень щедрый человек. Задавайте свой вопрос. Микрофончик. Мне правда очень важный вопрос. Я вижу по его глазам. Спасибо большое, Геннадий. Полтора года назад у меня погиб муж, и осталось трое детей. И благодаря вашей лекции я смогла справиться с этим горем, с этой утратой. И его двоюродный племянник, он помогал нам, и сейчас мы вместе. Но его родители против наших отношений, во-первых, потому что у нас большая разница в возрасте. Сколько ему лет? Ему 25, а мне 34. Ну, это всего 13 лет? 13 лет, да. Такая большая разница. Потом двое детей, и последний, то, что он родственник. И он же сделал мне предложение, но я пока отказала, потому что его мама попросила меня оставить его. И вот как он будет в такой ситуации? Он хочет быть с нами. Ну, вы, я надеюсь, мой ответ не скажете маме его? Нет, конечно. Точно? Точно. Два звука соединены вместе. По ведической традиции считается, что если муж ушел, то его родственник может взять семью своего родственника по содержанию или жить с ним. Но это не считается греховным. Ну, допустим, есть два брата. Один погиб, допустим, второй берет жену себе и его с детьми для того, чтобы заботиться. Это не является преступлением. Ну а как это объяснить своим родителям себя? Вы не сможете объяснить. Вам придется страдать. То есть просто не общаться с ними? Нет, желать счастья, просить прощения. Страдать. Вы не сможете сейчас разорвать эти отношения, даже если захотите. Он все равно будет рядом с вами жить. Все равно будет рядом с вами этот ваш человек. И разница в возрасте не повлияет никак. У вас есть, по крайней мере, 12 лет на то, чтобы вы так правильно отношения создали, чтобы он не ушел через 12 лет. У него такой период через 12 лет начинается. Может уйти в это время или остаться. Но 12 лет вы будете не одна уже, это уже неплохо. Спасибо большое. У нас сегодня тема «Победа над семейными трудностями». Прежде чем ее начать, я хочу сказать одну вещь важную, которая вам поможет побеждать семейные трудности. Дело в том, что трудности вводят психику человека в зону боли, страдания. Зона боли – это такая зона, в которой разум не работает. Человек не может, находясь в зоне боли, побеждать трудности. Он должен выйти из этой зоны. Для выхода из зоны боли нужна помощь.
Часто люди думают, что они сами могут сделать это. И в основном большинство людей вообще живут по принципу «я смогу». Этот принцип неправильный. Душа по природе зависима. Мы души, и мы зависимые существа. Кто из вас независимый? Поднимите руку. Ну, не согласен с ним. Кто тут независимый человек? Ну, свободный. Есть такие люди? Неужели вы все зависимы? Ну, у меня же ни одного свободного человека нет. Спасибо вам большое, что вы все такие разумные. Смотрите, то есть мы дышим воздухом, без которого мы не можем жить. Мы пьем воду, без которой мы можем жить. Мы очень сильно зависим от факторов климата. Мы сами себя не рожали и сами жизнь свою не забираем. Так? Ну, по крайней мере, разумные люди не забирают вся жизнь. Мы зависим от того места, от страны, в которой живем. Мы зависим от здоровья, которое у нас в теле существует. Очень много вещей, от которых мы полностью зависим, мы не можем выйти из этой зависимости. Но тем не менее, когда начинаются трудности, как мы себя ведем? Мы начинаем лихорадочно думать о том, как с ними справиться. Вот это мышление о том, как справиться с трудностями, о чем вы плачете, почему? Все же решилось, нормально? У меня нет сомнений в том, что я сказал. Все. Итак, мы начинаем лихорадочно думать, что делать. Вот кто сейчас находится из вас в такой ситуации? Что делать, что делать, что делать, что делать? Вы не сможете найти ответ. Потому что сердце, оно, если у него есть силы, оно уже без мыслей находит ответ. Вот, например, на человека едет машина, он на дороге стоит, он не думает в это время. Он просто делает единственное правильное решение, принимает, что делать, понимаете? И единственное неправильное, если у него плохая судьба. Само мышление, что делать, это неправильный способ жить. И оно основано на том, что я всегда помогаю сам себе. Хотя я не понимаю, что я зависим. Душа зависима. Она всегда находится в какой-то среде. Одни души живут в невежестве, от этой среды зависимы. Другие – страсти. Зависит от этой культуры страсти. Культура страсти означает что-то из себя показывать. Надо показывать, что у тебя хороший ремонт, что у тебя хорошая работа, что у тебя хорошее образование. Надо улыбаться всем и показывать, что у тебя хорошая семья. Ну, то есть это все просто лицемерие. Понимаете? Только культура благости дает человеку возможность понять свою зависимость. Не быть независимым и делать крутой вид, а понять свою зависимость. И если вы нуждаетесь в помощи сейчас, вам трудно, это значит, что вот здесь, в сердце, само по себе решение не возникло, нужна помощь. Поэтому не надо думать. Есть другая практика, которая дает победу. Это практика не думания, а деятельности разума. Вот смотрите, ум, он думает, а разум движется. Находит источник счастья. Ум думает, он выбирает, а разум пробивает среду, он добивается счастья. Ум действует с помощью мыслей, ум думает, а разум не думает, он повторяет одно и то же. Разум молится, он повторяет одно и то же, повторяет то, что приводит его к объекту, к цели его счастья. Разум повторяет одно и то же, а ему, по уму, нужно что-то новенькое. Я когда читаю лекции, я говорю примерно одно и то же на каждой лекции. Те, кто много лет слушают, они чувствуют, что примерно одно и то же. Но каждый раз, когда они слушают лекцию, они находят решение своих проблем, хотя раньше, когда они слушали, не находили. Так или нет? Это означает деятельность разума. Разум, ему не нужно ничего нового. Разуму нужно соединиться с объектом счастья.
Поэтому слушание лекций, чтение священных писаний, одно и то же, читать священное писание каждый день. Одна и та же молитва, лекции, молитва, священное писание. Это деятельность разума. Она что делает? Она соединяется с источником счастья, и сердце успокаивается. Но сердце становится спокойным. Я сейчас вам говорю, у вас успокаивается сердце? Означает, что разум находит выход, он находит контакт. И смотрите, есть определенная последовательность победы над судьбой. Первое, что происходит, сердце успокаивается. Это значит, что оно наполняется достаточным количеством силы, чтобы победить судьбу. В сердце появляется чувство, что все хорошо, что судьба, допустим, вы не замужем. Вы молитесь Богу. Приходит время, и сердце успокаивается по поводу этого вопроса. Что это значит? Это значит, что уже хватает силы, чтобы выйти замуж. Силы достаточно? Как вы думаете, какая следующая стадия будет после молитвы? Следующая стадия будет, что делать? Вы будете дальше молиться, вам придет знание в сердце, что дальше делать теперь. Вы успокоились, теперь надо действовать, не думать. Мысли думать означает стресс. Люди, когда думают, они входят в стресс, даже спать не могут. Это самоуничтожение. Когда человек живет в молитве, он постепенно сердце успокаивается. И когда сердце успокоилось, следующий этап – это знание. Сердце дальше получает знание, инструкции, что делать. Оно может получать не только через молитву. Спокойное сердце получает инструкции через отношения, через служение. Человек что-то сделал полезное в обществе, пошел в деревья посадил, пришло знание. Пошел нищего накормил, пришло знание. Надо делать обязательно не то, что хочется, чем хочется наслаждаться, а то, что нужно другим. Вот такие действия все угодны Богу, и Бог взамен этих действий дает знания. Есть три направления деятельности, которые дают победу над судьбой. Самое главное и первое направление – это контакт со святостью, что называется, по сути, молитвой. Ну, как хотите это называть. Но идея такая, что если вы просто бубните что-то, повторяете, контакта никакого нет. Вы должны включить память. Нужно включить мысли о святости. Ну, приведу пример. Когда читал лекции в Самаре, я поехал домой к родителям. Навестить меня приехали родители, навестить их. Они уже пожилые. И когда возвращался назад, то так как родители требуют энергии, силы, я почувствовал себя истощенным, что я не смогу лекцию прочитать нормально, мне нужны силы для этого, сил нет. И я спросил у ребят, которые меня везли, тоже слушают мои лекции, они решили мне помочь, послужить как-то. И они сказали, что вот здесь вот по дороге есть монастырь, и там есть священный источник. Ну, как бы я люблю все духовные традиции, и у меня есть своя духовная традиция, но я люблю все духовные традиции, и святость вижу везде. Я не православный человек, но мне показали православный монастырь и православный источник священный. Это была хорошая идея, я понял, что это выход для меня конкретный. То есть мы завернули в какое-то место, и я там совершил омовение, там была ледяная вода, и прямо я видел иконы перед собой. Я опинался и чувствовал благодать Божию на себе, чувствовал, что я восстанавливаюсь. Буквально за полчаса силы вернулись ко мне. И когда я на лекции в Самаре об этом начал говорить, я вспомнил этот святой источник. И в этот момент, когда я вспомнил, все вернулось назад, я почувствовал такую же силу внутри себя, как там. Поняли, зачем нужна эта память? Она возвращает все назад. Человек чувствует то, что он чувствовал там, в святом месте, когда он об этом вспоминает. Это надо делать во время молитвы. Надо вспоминать святое место. Но молитва никогда не может быть направлена на себя. Бог не любит, когда человек за себя молится. Поэтому нужно молиться за кого-то. То
То есть вы должны силы эти, вот пришли силы, надо кому-то их отдать. Когда ты счастлив сам, счастье поднимется. И оно должно быть таким, да. Счастье должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другими. Если человек молится за себя, за свою жизнь, за свое счастье, это безумие. Это никогда не помогает. Потому что душа по-настоящему активна только в служении другим, когда она про себя забывает. Когда душа думает о себе, она страдает. В это время, когда она думает о других, она счастлива. Поэтому первое правило такое, нужно вспомнить то место, или ту книгу, или тот лик, что-то священное вспомнить надо, чтобы дало силы. А потом эти силы отдать кому-то, кто нуждается в них. Забыть про себя. Например, вот женщина очень сильно хотела, чтобы я ей помог. У меня в сердце был протест. Я почувствовал, что так нельзя сильно хотеть получить помощь. И тогда я ей отказал. Но я ее спросил, вы готовы пожертвовать вот свое счастье ради этих людей, чтобы они лекцию слушали. Она подумала, я увидел, что она искренне сказала, да, я готова. В этот момент Господь в моем сердце сказал, я почувствовал сердце, что ей надо ответить на вопрос. Понимаете, да, как идет течет жизнь? Когда человек отдает себя, по чуть-чуть, на секунду отдает себя другим, служит другим, на секунду хотя бы. Даже в детстве, когда ему очень тяжело, в этот момент Бог ему дает милость. Ему надо дать возможность. Понимаете, Бог всегда хочет нам дать милость. Он всегда нам помогает и хочет помочь. Но мы ему не даем возможности. Потому что помощь может прийти только тогда, когда мы про себя забыли и что-то сделали для других. Но если мы вообще о себе не забываем ни секунды, когда он будет помогать? У него нет возможности, мы лишаем его возможности помочь. Веды объясняют, что Бог в этом мире действует с помощью своих энергий. Главная энергия Бога – это энергия любви. Энергию любви также называют супругой Бога. И, допустим, в христианстве это Мария Магдалина и так далее. Везде есть понятие супруги Бога. Понимаете? Это воплощенная энергия любви. И она же является энергией удачи. Но она имеет одно свойство. Если мы думаем о себе, она не приходит в нашу жизнь. А если мы служим другим, то она приходит. Счастье не поймать. Энергия счастья как раз это и есть энергия Бога. Вот это вот. Самая близкая энергия Бога. Когда человек думает о себе, он хочет себе счастья. Счастье убегает от него. Когда он делает счастливыми других, счастье приходит в его жизнь. Таков закон, мы его не поменяем. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Она постоянно думает о том, что надо выйти замуж, надо выйти замуж. Эти мысли что делают с ней? Она становится печальной, худеет. Вот, несчастной. Ну, вот скажите мне, мужчины, поднимите руку, кому нравятся печальные, худые, несчастные женщины. Есть такие мужчины? Никому не нравится, никто не придет. И как она выйдет замуж? Шансов нет. Шансов нет. Когда человек находится в сильной тоске по своему желанию, он обречен на поражение в этом мире. Шансов нет просто. Для того, чтобы выйти замуж, нужно забыть про эту идею. Привожу пример.
тот случай особенно бывает, особые острые тяжелые случаи, бывает крайне тяжело по судьбе девушки выйти замуж. А девушка такая слушала мои лекции, и я ей объяснял, как бы, как надо себя вести, что делать. Напомню девушку. И она все выполняла, и когда я приезжал в ее город через год, она опять одна. Она говорит, когда я выйду замуж, я все делаю, я всех забочу, я всех служу. Я говорю, надо продолжать, все будет нормально. А сам вижу, что безнадега, просто безнадега. Вот. И она продолжает. И где-то года через три я приехал, и я смотрю, она помогала готовить, когда приехал. Я смотрю, она не спрашивает меня. Я говорю, что вышла замуж? Она говорит, ну что-то я про это забыла, я так погрузилась в заботу, во всех служу, столько друзей, всем помогаю. Она такая румяная стала, счастливая. Я увидел прямо реально, что судьба поменялась. Она скоро выйдет замуж. Потому что она победила свою судьбу с помощью вот этой деятельности. Энергию любви не надо ждать женщине, надо ее давать. И она вышла замуж за очень хорошего человека. Очень хорошего. Когда девушка не может выйти замуж, это значит, что она ее вообще никогда не выйдет. И выйдет за очень хорошего человека, которому ни секса не надо, ни ничего. Просто духовной жизни и все. Когда девушка не может выйти замуж, это значит, что ей не положено вот такого, знаете, животного счастья человеческого, интересного. Но нет таких людей, которым бы не положено было возвышенное счастье личной жизни. Нет таких людей, вообще никогда не встречал. Поэтому, если девушка не может выйти замуж, это значит, Бог милости к ней. Он хочет, чтобы она возвышенные какие-то отношения построила в своей жизни, возвысилась. И поэтому такая девушка должна очень сильно служить Богу. Она должна развиваться духовно, если она не может выйти замуж. И тогда ей гарантирован брак, возвышенный брак, дающий много счастья. Много счастья в жизни. Но есть девушки, которые могут легко выйти замуж. И это тоже печально. Потому что ведь важно не легко или трудно, а важно за кого, да? Но вы не печальтесь, не важно, за кого вышли замуж. Важно, что вы сделаете с этими отношениями, как вы возвысите близкого человека, да? В этом суть моей лекции. А не в том, чтобы бросить сейчас того, кто рядом, и найти другого попытаться, да? Первое правило усвоили, что если мысли идут в голове, значит ничего не получится, будет все плохо. Мысли нельзя остановить. Нужно искать святость и включаться в молитву, найти в течение дня время, когда, особенно с утра, это важно делать. Нужно сесть прямо, лучше неподвижно молиться. Нужно смотреть на святыню, кланяться мысленно ей, или так кланяться прямо, если у вас мысленно не получается. Нужно, чтобы горела свеча, чтобы концентрация внимания усилилась. Лампочка электрическая не помогает. Нужно, чтобы ароматы какие-то священные шли, ладан, мята, шафран, сандал, священные древи дают священные ароматы, которые помогают в правильное настроение войти, в настроение благости, чистоты внутренней. Нужно включить духовную музыку или голос какого-то возвышенного человека и в его настроении стараться молиться. Голос того, кого он доверяет. Это может быть какой-то монах, там, допустим, святой человек возвышенный. Нужно, чтобы много факторов одновременно помогали сосредоточиться на святости. Но все равно ваши мысли будут крутиться в голове. Вы не сможете их сразу остановить, но намеки появятся.
Когда вы много дней подряд будете одно и то же делать, хотя бы по 40-50 минут в день, то у вас появится постепенно спокойствие сердца. Но если вы чувствуете, что вы даже сесть не можете, у вас нет внутренних сил, работа, быт засасывает вас, это значит, что у вас нет ни капли благости в сознании. И это тоже нормально. Вам надо просто все это время слушать лекции. Надо стараться слушать лекции все это время. Потому что когда человек слушает лекции, он уже с помощью другого человека входит в правильное сознание. Не своими силами, а с помощью кого-то. И слушать духовную музыку тоже так же. Где взять духовную музыку? У нас в группах ВКонтакте этого материала очень много. Люди выкладывают прямо там разные православную, мусульманскую, ведическую, разные духовные музыки выкладывают, голые голоса святых. Можно поискать, у меня на сайте там вот так материал всего хватает. В группах общения там помогает этому вопросу. Постепенно будет все легче. Но самое главное, надо понять, что надо заставить себя думать в этом направлении, отвлекаться от мыслей и идти туда, заставлять каждый раз. Постепенно ум привлекаться начнет вот этой чистотой. Как только он начнет привлекаться чистотой, победа над мыслями означает победа над той судьбой, за которую вы боретесь. Потому что мысли – это что такое? Это прикованность к боли. Когда человек приковывается к боли, он становится, ничем не отличается от лягушки, которая прыгает в пасть удава. Это обреченный человек. Прикованный к боли – это обреченный человек. Нужно оторваться от боли, от источника страдания. Меня бросил муж, меня бросил муж, меня бросил муж. Это объем работы. Нет такого понятия «бросил муж». Есть просто судьба, которая разлучает людей и все. Любой человек является всего лишь инструментом в руках любви. Он сам не хотел, его заставила сила боли, которая возникла в его сердце. Она под контролем нашей судьбы находится. Близкие люди всего лишь выполняют волю нашей судьбы, они не виноваты особо ничего. Там действует сила, которую мы не контролируем. Она зависит от наших прошлых поступков. Все в этом мире очень сильно закономерно. Здесь нет случайности. Когда мы думаем, что мне не повезло, это признак невежества. Так невежественно думать, что этот человек меня бросил, и постоянно думать, хороший он или плохой, может быть, я хороший, а он плохой, может быть, он хороший, я плохая. Это пустая трата времени просто, бесполезное занятие. Нужно забыть, кто хороший, кто плохой, забыть выяснение отношений, а просто начать думать о святости в этот момент. Потому что единственное, чего вам не хватило, чтобы сохранить семью, это душевная сила. Когда душевная сила есть у человека, что в отношениях возникает? Что? Любовь возникает. Любовь. А когда нет душевной силы, что возникает? Раздоры. Почему раздоры возникают? Потому что не хватает силы душевной и все. Не иногда хватает душевной силы вам объяснить что-то, иногда не хватает. Когда мне не хватает, я начинаю страдать от этого. Вот и все. И мне иногда хочется вас обвинить, сказать, ну вы сами как бы вот такие, что я не могу вам объяснить. Ну да, так и есть. Это мои проблемы. Может, другой человек на моем месте бы объяснил, если бы у него сил хватило. Видите, нам не хватает веры просто и все. Вера означает связь с источником любви. Больше она ничего не означает. Это не означает фанатизм. Означает просто связь с источником любви. А когда человек связан с источником любви, есть несколько критериев на это. Первый критерий. Он не завидует и не враждует с теми, кто верит по-другому. Ну, например, вот смотрите. У меня, допустим, не очень хорошие отношения в семье. Ну, допустим, да? А у моего друга очень хороший. И он приходит ко мне и говорит, знаешь, у нас так хорошо живем.
И что мне хочется в этот момент ему сказать? Ну, может быть, не так хорошо. Да? Что-то ему хочется сказать в противовес, так? Это называется зависть. Но если у меня хорошо все в семье, он приходит и говорит, у меня так хорошо в семье с женой. Я, допустим, говорю, я тебя понимаю. Почему? Потому что я самодостаточный, мне хватает людей. Почему люди ненавидят другие веры? В чем причина? Сражаются с другими верами, убивают людей за веру. В чем причина? А у них не хватает любви просто. А вместо любви у них идея. Есть три типа людей. Невежественные люди, они холодные, как пеньки. Вот бывают люди, говорят, от меня муж ушел, даже не обернулся. Это означает, что жили в невежестве, понимаете? Жили в невежестве всю жизнь, не было даже страсти. Холод был в сердце. Невежественных людей или в сердце холод или ненависть, одно из двух. Нет любви означает очень сильная привязанность к самому себе. Что кого-то же любить надо, если человек сильно себя любит, то холод сердца или ненависть по отношению к другим. И он не оборачивается, когда уходит. Но это ваши проблемы, потому что невежество – это не то, что связано с одним человеком. Это настроение всей семьи. Это не бывает одного человека. Если кто-то в благости, кто-то в невежестве, благость побеждает. Зло никогда не может одобрить того, кто творит добро. Айсберг тает под влиянием солнца. Тьма расходится, когда приходит свет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце зайдет, солнце зайдет, солнце зайдет. В древней культуре ведической Бог сравнивается с солнцем. Когда солнце восходит, тьма рассеивается. Тьма означает страдание, невежество, незнание. Только во тьме человек сильно много думает о том, что делать, как жить. Когда сердце просветлено, он все знает, что делать. У него нет сомнений. Нужно стремиться к солнцу. Это объясняет, что мы попали в этот мир, как искорки, которые летят в сторону своей занятости, в сторону своего счастья. И гаснут. Потому что полет в сторону своего счастья всегда приводит к страданиям. Мы все рождаемся для своего счастья, мы хотим счастья для всех. И поэтому мы страдаем, гаснем. Но когда человек разворачивает в сторону Бога, он забывает про себя и хочет дарить счастье другим. В этот момент он распускается, он загорается, становится ярким. Интересно знать, что человек, который живет для других, он кажется таким каким-то замученным иногда. Но внутри он очень счастлив. Он может страдать от занятости, нагрузки какой-то, но внутри он очень счастлив. И человек, который живет для себя, снаружи такой лощеный весь, но внутри у него пусто. Повернуть себя в сторону служения – это очень трудно. Есть внутренняя жизнь, есть внешняя жизнь. Внешняя жизнь означает радоваться этому миру. А внутренняя жизнь означает служить этому миру. Это разные принципиальные состояния. И всегда, когда мы просыпаемся утром, мы всегда хотим наслаждаться жизнью. Всегда. Человек не может просто в спонтанном состоянии внутренней жизнью начать жить. Для этого нужно себя включить, повернуть включатель. Это всегда аскеза. И разные люди по-разному это делают, но опытные люди всегда это делают с помощью старших. Вот, например, если ваш будильник будет звенеть голосом святого человека, тогда вы опытный человек. Вы уже с утра включаться будете на духовную жизнь. Потому что возвышенные люди, они
всегда настроен на служение, а обычные люди на себя. Те, кто настроен на себя, всегда страдают, а те, кто на служение, всегда испытывают счастье. Ко мне подходят две категории людей. Одни из них спрашивают у меня, как быть счастливым, пытаться решить свою проблему. Другие приходят просто и дарят цветы, и ничего не спрашивают. Не значит, что у них нет проблем. Это значит, что их проблемы будут решены обязательно. Потому что они настроены правильно. Часто люди, которые спрашивают меня, они потом забывают, что я сказал. Или не верят в это. Потому что иногда то, что я говорю, не соответствует их желаниям. Человеку уже хочется всегда услышать то, что нравится. Но те люди, которые просто приходят с благодарностью, с любовью, они всегда получат то, что им нужно в жизни. Потому что тот человек, который служит другим, он под защитой Бога. А тот, который служит себе, он получает только плоды своей судьбы. Иногда хорошие, иногда плохие. Тот, кто позовет защитой Бога, даже плохое всегда вернется в нему в пользу, потому что он извлечет из него мудрый урок. Тот, кто находится под защитой Бога, когда ему трудно, Бог, он молится Богу, Бог ему дает больше сил. Чем больше сил, тем больше мудрости. Поэтому человек, который находится под защитой Бога, всегда получает очень много сил, когда ему трудно. Поэтому трудности для того человека, для такого человека, это благо. И мудрец подошел, ученик подошел к своему наставнику и спросил: скажи мне, пожалуйста, если человек, ну, работает мясником, просто убивает животное, что ему лучше, жить или умереть? Мудрец ответил: ему лучше не жить, не умереть. Потому что когда он живет, он страдает от того, что он делает. Когда он умрет, он будет за это отвечать. Когда ученик спросил: а что лучше делать священнику, который живет чистой жизнью, благостной, возвышенной, но как бы по жизни, возможно, он уйдет из монастыря и будет обычной жизнью жить. И мудрец ему ответил: такому молодому человеку лучше быстрее умереть. Потому что если он живет возвышенной жизнью и оставит тело в таком состоянии, то значит, в такую жизнь он попадет. А если он оставит тело, когда он уже пришел в другой жизни, то получит потом другую жизнь. В каком бы состоянии человек не оставлял это тело, то ему получается в нашей жизни. Тогда ученик спросил у своего наставника: а, ну, допустим, если человек о многих людях заботится, он, допустим, возвышенный правитель, правильное устройство страны делает, заботится о нравственности страны и так далее, что ему лучше, жить или умереть? Он говорит: ему лучше дольше жить. Такому человеку. Чем дольше он будет жить, тем больше пользы сделает. Поэтому с этой точки зрения лучше жить или умереть, мы не знаем. Есть разные варианты. Но однозначно, когда человек встал на путь правильной жизни, пусть хоть 65, хоть 70, хоть 80 лет, и хоть год он на этом пути пройдет, в следующей жизни он продолжит этот путь. Потому что у человека есть только два варианта: жить или вниз, или вверх. Других вариантов нет. Те, кто живут вниз, они деградируют. Вниз означает для себя. А те, кто живут вверх, они расцветают, становятся возвышенными, счастливыми и глубокими такими. Те, кто идут вверх, они испытывают трудности. От чего? От развития, работы над собой. А те, кто идут вниз, от чего трудности испытывают? От жизни. Те, кто идут вверх, они от жизни трудности испытывают? Нет. С каждым шагом вверх все меньше. Потому что что их может затруднить? Им уже много не надо ни еды, ни площади, ни машины. Им нужно другое в жизни, не другие ценности. Бог дает испытания таким людям сначала. Испытания личной жизни, дружбой, отношениями, работой. Такие люди получают испытания, потому что их не устраивает то, что они сейчас имеют.
Обычные люди все устраивают. Лишь больше денег, было вина и развлечений. Все. Но те, кто хотят возвышенной жизни, они хотят чистой жизни. Они хотят с чистыми людьми жить, в чистом месте работать. Они хотят чистоты в своей жизни. Чистоты означает культуры, нравственности, глубины. Они хотят вот этой вот жизни такой, в которой нет любви и верности. Понимаете, не имеет значения, чего хотим мы и чего не хотим. Важно понять, что наши родственники олицетворяют нашу судьбу и то, что мы заслужили. Если человек действительно честный перед Богом, он честно себе скажет, то что я заслужил, то я и принимаю, мой Господь, от тебя. И тогда его развитие гарантировано. Вот вы, допустим, после лекции многие поменялись. И скажете, как мне теперь жить с таким дураком? А это ваша биоработа. Это то, что Бог вам дал. Это то, как вы раньше жили, ваше представление, ваша жизнь. Мне один человек подошел и спросил: Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю, сейчас покажу. Вспоминайте всех друзей, близких, родственников, знакомых. Директор завода. Вспомни, вот это ваша судьба. Судьба олицетворяется в близких людей. Вся судьба человека. Все близкие означают проявление какой-то части нашей судьбы. Есть хорошая судьба, есть плохая. Все надо принимать. У природы нет плохой погоды. Каждая погода, да-да. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Благодарность означает со скезой. Допустим, мне зимой трудно, но я со скезой совершил над собой, это значит, зима меня не повредит здоровье. Надо принимать аскезу на себя. Вот столько, сколько есть. То у меня такая судьба, значит такая. Это хорошо, это неплохо. Вот как вы думаете, у меня хорошая семейная карма или плохая? Если бы хорошие, то такие лекции не читал. У меня в гороскопе стоит самая злая планета, там, где личная жизнь. И астрологи говорят, шансов нет у счастливой личной жизни. Но я счастлив. Потому что там происходит очень глубокая работа. И если человек трудится для Бога, там, где больше всего самая тяжелая судьба, там и будет победа, и счастье, и радость в жизни будет. Много радости там будет тоже у человека. Нет такого, что мы обречены, вот и совсем, и все. Как бабушка пришла к врачу, говорит, что-то я не мочусь. Он говорит, а сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Нет такого обречения, нет такого, что мы не читали обречения. У нас всегда есть выход в жизни, понимаете? Ну что? Смотрите, как помочь себе и близкому человеку справиться. Для этого надо несколько вещей понять. Первую вещь надо понять. Помогать надо всегда другим, но через себя. Если вы кому-то хотите помочь, помогайте через себя, не трогайте его. Прощайте ему, просите прощения, связывайтесь со святостью через ваш вот этот источник чистоты сердца, через спокойствие в сердце, удовлетворенность, вы почувствуете, что этому человеку тоже достается. Ему приходит помощь от вас. И это означает, что он будет меняться. Перемены в человеке близком происходят очень незаметно. Как айсберг летает снизу, а потом переворачивается резко. Так происходят перемены в близком человеке. Сначала незаметно, а потом резко раз поменялось его мышление. Поднимите руку, кто это в своей жизни уже почувствовал. Это значит, что вы... А поднимите руку, кто это почувствовал, не работая над собой. Ни одного. Видите?
Да, люди совершили подвиг уже, значит, уже совершили этот подвиг на основе знания. Это первое правило, запомнили? Если я пытаюсь воспитать близкого человека, я хочу на поражение. Можно палача воспитать или нет? Обычно он с топором подходит ко мне, я ему говорю, ты мне голову режь. Спокойно, ладно? Он говорит, ладно, ладно, ложись. Все сделаем как надо. Аккуратненько, отсекем, все будет хорошо. Но я имел в виду, что не надо отсекать, а он другой имеет в виду. Понимаете, родственники предназначены для того, чтобы нас мучить. Пытайтесь это понять. У них внутри все так настроено, чтобы нас мучить. А кому еще нас мучить? Кто нас накажет за то, что мы плохие? Кто нас накажет? Если анекдот такой, в учебную часть попал солдат, прапорщик дает ему ломик, это я вот на себе такой испытал, в учебную часть тоже похожая ситуация. Дает ему ломик, иди, говорит, подметай класс. Он подметает ломиком, приходит, говорит, слушай, дай мне клуб, я лучше подмету качественнее. Он говорит, а мне не нужно, чтобы ты лучше, мне нужно, чтобы ты замучился. А так и себе тоже, знаете, иногда мы говорим, ну, Господь, ну что за ерунда? Ну как бы, дай мне возможности замуж выйти, я буду такой хорошей женой. А мне не нужно, чтобы ты была хорошей женой, мне нужно, чтобы ты замучилась в одиночестве. Не надо же отвечать за свои поступки. Когда человек раскаялся и принял, смиренно принял ломик в руках, да? Смиренно подметает ломиком. Тогда прапорщик говорит, молодец, иди теперь подметай этой метлой. Понимаете, здесь надо поменять силу сначала. А для этого нужна сила внутренняя, сила. Вот как девушке выйти замуж, если для этого нужно сначала принять одиночество? Вот как вылечиться от тяжелой болезни, надо сначала ее принять. Надо принять ее в сердце, что от меня это положено, а потом появятся силы и знания, что делать. Или знание о том, что ничего не сделаешь. И это хорошее знание. Сейчас я вам кое-что расскажу. У меня был один такой необычный пациент. Я ездил в Индии, был в Индии в одном святом месте, и там есть один, жил один человек. Ну там много людей живет, но он заболел раком лимфатических узлов, лимфатической системы, и он уже был при смерти, у него было два метастаза в голове, он ничего не соображал. Его дочь подошла ко мне, как бы упала на колени, говорит, помоги отцу. А я приехал туда просто помолиться. Ну, я начал искать кору деревьев, кора может рассосать, иногда опухоль помогает в этом. Нашел определенную кору, начал, поставил ему, и у него начали рассасываться эти метастазы. Потому что рак лимфатической системы может быстро рассасываться достаточно. И где-то через два месяца мы с ним общались, контактировали. У него уже не осталось метастазов, почти только в брюшной полости несколько метастазов. А все тело очистилось, он начал ходить, кушать, ну то есть соображать все и так далее. Но в какой-то момент, и он мне постоянно говорил одну и ту же мысль. Он говорит, не важно, лечусь я или нет, важно, чтобы я знал, что дальше делать. Важно, чтобы не было знания, не надо вылечиться и служить Богу дальше в этом теле, или уйти из этой жизни и служить там другому. Это необычная личность была, сейчас вы узнаете, почему. И в один момент так получилось, что у него, видно, кончились силы лечить болезнь, силы в организме истратились, и он говорит, я не могу носить корову. Как только я одеваю, мне плохо становится, мне тошнит, слабость, дрожь как в теле. Я говорю, значит, не надо носить. И потом он мне на следующий день звонит и говорит, я все понял. Я должен уйти из этого мира, а твое лечение нужно было для того, чтобы я ушел в сознание из этого мира. Такова милость Бога по отношению ко мне. Он говорит, я ничего больше носить не буду, я буду молитву читать. И через три дня где-то вечером присутствие многих его друзей, которые тоже молились, он с открытыми глазами, с улыбкой на лице,
ушел из этого мира. Когда так человек уходит из мира, это значит, что он этот мир уже больше не возвращается. И все свои экзамены сдал. Это очень возвышенная личность. Видите, даже знание о том, что ты не вылечишься, оно может быть знанием хорошим. В этом мире нет поражения. Есть только победа для тех, кто стремится к победе, понимаете? И самоход из тела не означает смерть. Нет смерти в этом мире. Есть только смена тела. Вот точно так же, как человек ложится спать, вы себя ночью помните, нет? Нет. Ночью себя не помните, а утром вспоминаете. Точно так же, как человек уходит из тела, он себя не помнит в этот момент, а потом появляется в новом теле и вспоминает. Но есть разница. Точно так же, как мы ночью видим сны, так и человек, попадая в тонкое тело, он себя осознает в этот момент. Он не может ничего сделать здесь, никому ничего сказать, но он себя осознает в этот момент. И он идет дальше дорогой своей судьбы. Или здесь, или где-то там, в этом мире, в других местах. Я не могу вам это передать словами, вы не можете также мне в это поверить. Это надо иметь, быть свидетелем этого всего. Я изучаю, что такое тонкое тело, я свидетель этого всего. Понимаете? Я могу вам это легко доказать, что я могу чувствовать тонкое тело. Тонкое тело или психическое тело, оно там находится здоровье и болезни человека. И там есть каналы определенные, которые сразу за несколько болезней отвечают. Мы сейчас можем провести такой эксперимент. Кто из вас вообще не доверяет, что я могу определить его болезнь? Поднимите руку. Поближе. Вот девушка, женщина. Вы не доверяете? Вы первый раз на лекции? Вы первый раз на лекции? А? Нет, вот рядом девушка подняла. Вы не доверяете, что я могу вам определить, какие у вас болезни? А? Ну, с девушками будут общаться, они совсем согласны. Мужчины есть, нет? Вы не доверяете. Я первый раз пришли на лекцию. А вы кто, врач, что ли? Почему не доверяете? Так сложилось, что не доверяете, да? Хорошо. Это уже хорошо. Это уже, значит, есть возможность. А может, вы подсадной? Нет, не подсадной. Точно? Точно. Хорошо. Сейчас я буду вас тестировать. Просто глядя на вас. Есть канал психический в организме, который отвечает сразу на нескольких вещей. Он отвечает за мышление человека, память, сон, и он же отвечает за кожу, за кожные болезни. Вот, он может дать аллергию также, аллергические заболевания, кожа именно наружная. И этот канал у вас поражен, то есть все каналы, которые поражаются, они поражают само рождение данного человека. Ну, они могут быть чище или хуже, больше загрязнены, то есть в зависимости от образа жизни. Но всегда загрязнение идет там, где положено, но не переходит в другое место. То есть у вас есть вот этот канал психический, который может быть связан с нарушением памяти, может быть связан с нарушением сна или с болезнью кожи. Вот. Но я вот то, что я чувствую, как бы вижу, что блок в этом канале связан именно с мышлением. То есть у вас иногда трудно запомнить что-то, или, возможно, влияние какое-то на сон плохое есть. Ваше мнение по поводу моих слов? Наиболее близко только то, что я не всегда смотрю столько, сколько положено. Откуда я это узнал? Вы предположили. Вы ошибаетесь. Я это увидел. Я увидел блок в канале определенном, который дал мне основание так говорить. Я двигаюсь дальше, потому что таких каналов 4 в организме. Я только самый поверхностный разобрал, 2 самых поверхностных, один из них поражен.
Есть два лепестка каналов, которые связаны с сосудами в вашем организме. Они нормально себя чувствуют. То есть у вас нет склонности к поражению сосудов в организме. Могут какие-то сосудистые реакции быть, но это не хронические заболевания. Двигаемся дальше. Спасибо. Следующий пораженный канал – это канал, связанный со следующими структурами организма. Это тонус мозга, позвоночник, уретра, кишечник, тонус желудка, кишечника и тонус бронхов также. Я сейчас попытаюсь определить, где в этом канале у вас наибольшее напряжение. Наибольшее напряжение в верхней части тела. Это означает, что у вас склонность есть к заболеваниям бронхов. Вот. Есть проблемы в шейном отделе позвоночника. Вот здесь. И, возможно, вы чувствуете напряжение, усталость в голове. Ну, что-то не то вот в этом плане. Трудности какие-то. Ваш ответ правильный? Ни с чем не могу согласиться. Хорошо, вам придется согласиться позже. Потому что я вам назвал вашу предрасположенность. Ну, то есть, спасибо. Это то, что также следите за уретрой. То есть это тоже может быть. И поносы запоры, то есть с кишечником следите. Там тоже могут быть проблемы, связанные с этим каналом. Потому что он влияет на все это вместе, и в зависимости от того, где он перенапрягается, там и будет болезнь. Два мы прошли из четырех, движемся дальше. И два канала должны быть сразу вместе, на одном как бы уровне. Это самая сложная тема для вас. Я пока ее не знаю, что буду изучать. Угу. Нашел. Самая сложная тема связана со следующим. То есть это в целом работа нервной системы. То есть нервная система у вас больше всего подвержена трудностям. И эти каналы связаны с поражением вирусными заболеваниями. То есть первое, что вас предостерегает, это вирусный гепатит, СПИД и болезни вот такие вот. Ну, связаны с тяжелыми вирусами, инфекциями, а вы имеете склонность к этому, поэтому я не вижу этого ничего в вашем организме, просто предупреждаю, что это возможно. Вот. Дальше. Усталость нервной системы, депрессии, вредные привычки. Все это связано с поражением этих каналов. Также могут быть невриты или герпес в организме. Или родинки по всему телу разрастаться. Это все то, что может возникнуть при поражении этих каналов. Но то, что как бы я у вас вижу выражено, это усталость нервной системы и депрессивность. То есть вы пережили, как я могу предполагать, порядка около полутора лет назад тяжелый период, связанный с психическим, с реагированием, как мне кажется, на события, связанные не с личной жизнью, а с деятельностью вашей. И это дало вам напряжение психическое, то есть вы сейчас из него выходите, но еще не полностью вышли. Ваш ответ? Я даже не могу вспомнить что-то подобное, чтобы вот наложить... Усталость на работе, много работы. Но это периодически бывает, но чтобы связать это с какими-то прошествиями полутора лет, не было таких событий. Нормально. То есть я перечислил вам все, что у вас есть связано со здоровьем. Вы можете что-то добавить? Я добавлю своим здоровьем. Спасибо. Поэтому вам нечего добавить. Но если что-то будет, оно будет только в том ракурсе, что я сказал. Потому что никогда не бывает случайности здесь. Всегда здоровье человека находится только в рамках его судьбы. Там, где я вам сказал эти каналы, там вся судьба. Самые сложности большие со здоровьем могут быть только в нервной системе, потому что там больше всего трудностей.
И два канала, один связан с позвоночником, куретрой, тонусом кишечника и бронхами, и второй с памятью, кожными заболеваниями, нарушением сна. Спасибо. Видите, нам немножко не повезло, то, что он не болеет, поэтому ничего страшного. Но так или иначе, как бы, я не буду больше дальше экспериментировать, потому что это будет бахвальство и пустая трата времени. Я вам просто одно скажу, что я точно знаю то, о чем я говорю. Если я говорю про тонкое тело и что человек оставляет тонкое тело, что с ним происходит, то это для меня не является теорией, а я реально это воспринимаю так, как вас. Первый раз я увидел события, происходящие с тонким телом, когда на моих глазах оставил тело мой знакомый, который страдал раком 4-й степени. Это тоже произошло в священном месте в одном. И я увидел, как он оставил тело. И в этот момент его тонкое тело, которое я чувствую хорошо, начало сворачиваться в область сердца сначала, и в это время тело похолодело. Грубое тело похолодело. Потом душа вместе с тонким телом начала двигаться внутри определенных психических каналов и вышла наружу через определенные психические центры. Это секретная информация, не хочу говорить, потому что это связано с ним, с его личностью. Вот. Потом дальше тонкое тело развернулось наружу. Он себя осознал. И несмотря на то, что он занимается духовной практикой, он два раза пытался назад вернуться в тело, когда себя осознал. Но у него ничего не получилось. А дальше началась молитва наша общая. Много людей молилось за него, и эта молитва, она ему успокоила его психику, и он пошел дальше вверх по своей судьбе, потому что он был монахом. Он вел очень чистую жизнь. Я это все видел так же, как вижу вас, видя ваши болезни. То, что вы сказали мужчине, это не является выдумкой. Я это тестирую каждый день. У меня все пациенты, которые лечатся в клинике, я их тестирую порядка 30 тонких показателей, чтобы начать лечение. Одна ошибка, и лечение будет хуже. Давать человеку улучшение. Если это произошло, то мы исправляем ошибку, и наступает улучшение. Это указывает на то, что здесь нет никаких случайностей. Это закономерность, которую мы не понимаем, тонкая закономерность. Именно из этих тонких закономерностей стоит наше отношение. Семейная жизнь тоже связана с этими тонкими закономерностями, поэтому я вам рассказываю эту закономерность. Потому что я это изучаю не понаслышке. Я надеюсь, что вы не почувствовали, что я валюсь. Я просто вам объясняю, почему так. Почему я так уверенно как бы на эти темы говорю. Это сложная тема для понимания. В этом мире нет людей, которые могут просто так быть счастливыми. Потому что у каждого человека в психике есть один механизм. Грубое тело стареет каждый день. Так? Никто не может сказать, что не молодеет. Даже родной ребенок. А тонкое тело не стареет. Оно каждый день получает все больше экзаменов в процессе жизни. Вот, например, маленький ребенок, у него почти нет вообще никаких экзаменов. И он поэтому счастлив. Детство – это счастье. В детстве нам Бог дает счастье, потому что мы также не должны быть счастливыми. И дети дали также родителям много счастья. От них исходит эта энергия счастья. Поэтому дети всем нравятся, все любят. Чем старше мы становимся, тем больше единицу времени из сердца, там вот здесь в области сердца, в центре находится зона, где исходит энергия судьбы. И в каждую секунду времени все больше и больше оттуда исходит тяжелой судьбы, испытаний с возрастом. И поэтому ключи людей в возрасте, им становится тяжелее жить, потому что больше испытаний. И поэтому человек, чем старше, тем больше он должен уделять времени внутренней жизни. Он должен очищать себя изнутри с помощью святости. Очищать свою жизнь все больше и больше с возрастом. Для того, чтобы сохранить равновесие в жизни. Вы заметили, что некоторые пожилые люди постоянно ворчат, злятся, плачут. Это значит, что они никогда не занимались очищением сердца.
Они когда не занимаются духовной практикой, и поэтому они, им там, трудность жизни она накопилась с возрастом, им жить стало невыносимо. Но это не значит, что с возрастом должно стать невыносимо жить. Когда человек сдает свои экзамены, и он больше уделяет времени внутренней жизни, что является целью жизни человека, настоящей целью жизни, а не построить дом, рожать детей. Это животные тоже делают, но кроют норки и рожают детей. Цель жизни человека – это самосознание, достижение своей духовной природы, всякой души. Только в разумном теле это возможно. Волки, собаки, кошки не смогут этого сделать. Ум есть у всех. У животных есть ум. Только тело ума. Ум дает эмоции, мышление. Собаки думают. У них есть память. Они во сне так иногда говорят. И дальше спят. То есть они вспоминают что-то и кричат там. У них есть память, у них есть эмоции, они могут радоваться и печалиться, но у них нет разума поменять свою жизнь. А у нас есть. И в этом наша разница животных, от животных мы отличаемся. Почему же так устроено, что с возрастом все больше трудностей приходит в жизнь? Потому что жизнь предназначена для победы, а не для счастья. Но когда человек эти трудности преодолевает, то он становится по-настоящему глубоко счастлив. И преодоление этих трудностей происходит следующим образом. Нужно получить чистую силу сначала в сердце для того, чтобы их преодолеть, а потом получить знание, что делать. Вот две вещи, которые нам нужны в жизни. И эта чистая сила получается с помощью отношений. Без отношений, близких отношений, в которые человек верит, человек не может ничего получить в жизни. Я как-то рассказал один очень богатый человек, бизнесмен, который сейчас помогает нам фестиваль для таких людей богатых сделать. Им тоже надо давать знания. Но не просто им давать знания. Он мне рассказал, что он как, ну, он был успешным человеком, ему, в принципе, ничего в жизни особо и не надо было. Но у него появились трудности в жизни, в личной жизни, и он, жена, ему посоветовала послушать мои лекции. Когда он включил мои лекции, он как бы сразу захотел выключить, потому что он думал, этот человек с таким голосом вообще не может мне ничего сказать хорошего. Он думал, что это какой-то заумный такой голос будет, какой-то ученый такой. И он хотел выключить сразу, но не смог. Он начал слушать. И он потом поймал себя на мысли, что он час уже слушает и не может выключить. Он мне рассказывал в аэропорту, когда у нас был перелет, он встречал, привез поесть нам и рассказывал мне это все. Душа хочет знания, ей все равно, ученая, она богатая или бедная, ей хочется знания о себе, поэтому она слушает. Но для того, чтобы узнать, нужны близкие отношения, понимаете? Нужны близкие отношения, нужно поверить. Вера означает близкие отношения. Не важно, кому вы поверите, найдите себе того, кто будет давать вам знания. Пусть это будет ваш священник, какой-то наставник. Или еще кто-то. Но если этого не будет, не будет развития личности. Личность развивается только вот в этих глубоких отношениях, через которых передается знание человеку. Знание не передается через книжки. Прочитав, человек не может поверить, он не может глубоко прочувствовать все. Для этого нужны контакт, отношения. Отношения передаются всегда только через звук. Если звук со взглядом, это лучше. Но если только взгляд без звука, ничего не получится. Мы говорим с вами сейчас о победе над семейными трудностями. И вроде бы я должен говорить о конкретных ситуациях каких-то, да? Но знайте, что конкретные ситуации всегда преодолеваются одним и тем же способом. И я вам сейчас этот способ рассказываю. Я вам говорю сейчас о внутренней жизни, об отношениях, через которые передаются знания. И вот девушка сказала, мне сейчас хорошо быть одной. Это не способ изменить свою судьбу. Это петля. Человек не может быть один. Ему нужны отношения. Без отношений человек вянет, как цветок без воды.
Даже в одиночестве все равно нужно с кем-то общаться. Можно слушать лекции в одиночестве, это означает отношения, это не означает одиночество. То есть вы сейчас этим занимаетесь. Это не значит, что вы одна. Вы не одна в это время. Следующее, что я хочу вам сказать, это очень важная вещь. Пожалуйста, попытайтесь это усвоить, иначе вы не сможете победить свою судьбу. Вот эти три слоя жизни. У меня есть книжки «Законы счастливой жизни». Пять книг «Законы счастливой жизни». Если вам не удалось их купить, то есть пираты в интернет. Мы, наверное, обратимся в издательство, чтобы их закрыли. Но они, мои книжки, потом распространяют бесплатно. Пока их не закрыли, вы можете скачать. Хорошо, оформлено. Я себе уже скачал. Вот, книжки есть в интернет, можно скачать, читать. В этих книжках вот как раз разбираются вот эти три слоя жизни. Это очень важная тема, пытайтесь это изучить. Когда человек живет в невежестве, то он не сможет поменять свою жизнь совсем никак. Это безнадега. Когда человек живет в страсти, у него есть... Ну, ему надо перейти хотя бы в страсть из невежества, чтобы меняться. Понимаете? Когда человек живет в страсти, то он может менять только внешние вещи. Когда живет в благости, он тогда уже свою жизнь может менять, судьбу. Вот смотрите, если у вас в семье невежество, означает ненависть, злоба, вы не любите друг друга, не общаетесь, деретесь, пьете там, и так далее, развратом занимаетесь, изменяете друг друга. Значит, не надо работать над отношениями. Не надо ничего делать с этим человеком, это бесполезно, и это еще хуже сделает только. Нужно поднимать свою жизнь в благость. И в это время нужно оставить в покое отношения человека близкого. Нужно начать делать алтарь в доме, слушать лекции, включать духовную музыку. Вот вы слышите духовную музыку, нет? Знаете, как это меняет вас и эту атмосферу всю, которая здесь в этом зале стоит? Даже представить себе не можете. Вы не слышите практически голоса, да? А это огромное воздействие оказывает, осознание. Чистый, возвышенный человек, когда поет или говорит что-то. А делайте у себя в доме тоже какого-то святого человека, включите, чтобы он тихонько играл. Ваша жизнь сильно поменяется, вы даже не заметите как. Понятно, да? Итак, смотрите, я вам сейчас диагностику проведу вашей жизни. Я уже провел слой невежества в отношении. Не надо пытаться что-то сделать, не надо уходить, бросать человека, не надо ему доказывать чего-то. Это все безумие, бесполезно. Дальше слой страсти, как вы видите. Мы работаем вместе, у нас есть какая-то цель, квартиру заработать, машину. Вот. Мы много говорим о детях, о работе, о политике, но мы никогда не можем говорить об наших отношениях. А если мы начинаем говорить об отношениях, мы начинаем ругаться или обижаться друг на друга. Потому что сфера наших отношений, сфера отношений для страстных людей закрыта. Они живут внешними вещами. Они даже толком не понимают друг друга в сердце. Они боятся даже думать об этом, что мы не понимаем друг друга. Потому что это для них тема очень болезненная. И люди в страсти на самом деле делают всегда хороший вид, они красиво одеваются, они манеры выучивают, как правильно вести, общаться. И делают все на публику очень круто. Но внутри пусто. Внутри пусто, потому что нет идеи, что там должно быть пусто. Они просто не понимают, что есть внутренняя жизнь. Не понимают, что кроме работы, Майами, машины, квартиры, есть еще что-то в жизни. Понятно, да, система? Тупая, безысходная жизнь, которая всегда заканчивается разводом. Люди в страсти не могут жить друг с другом, когда наступает тяжелый период жизни. А он наступает у всех обязательно. Люди в страсти могут жить только в успехе. И поэтому все фильмы вот эти вот для людей в страсти показывают только успех.
А еще они, знаете, что показывают? Что когда успеха нет, то этот человек в страсти, он берет винтовку или еще что-то, пиф-паф, и начинает всех убивать и добивается успеха. Ну, то есть успех можно вырвать из судьбы только вот этими титаническими усилиями и насилием над другими людьми. Понимаете, вот эти все фильмы для страстных людей такие. Или у нас все хорошо, мы показываем это, или когда нехорошо, то мы как бы всем морду бьем, там добиваемся своего, и опять хорошо. Молитвы внутренней жизни там в этих фильмах нет. Понятна система, да? Теперь люди благости. Теряют интерес сильно большой к социальному вот этому престижу. Они могут иметь престиж, там, быть руководителями, там, директорами, но у них уже это, их не сильно как бы беспокоит, чтобы вот выглядеть круто. Для них важно, чтобы сердце, и в отношениях с людьми тоже. У меня был один знакомый, который был в правительстве даже России, и он мне рассказывал, как он выбирает себе команду. Человек приходит, начинает пальцы веером крутить, там что-то рассказывать, он смотрит просто ему в сердце. И говорит, нет, ты мне не подходишь. Другой приходит и просто как бы ведет себя попроще. И он говорит, ты мне подходишь, давай будем работать. Он выбирал людей по сердцу. Он чувствовал сердцем людей. И ему не важно было, что человек говорил, какое у него досье там и так далее. Ему важно было, как он себя ведет, что у него в глазах, что у него в сердце, может ли он искренне общаться. Он говорил о делах вообще с людьми, с этими, которые брал на работу. Он с ними говорил о жизни. Допустим, если человек вообще не может говорить о жизни, он сидит тупо, смотрит, как бы, говорит, давайте о делах поговорим, что в жизни. Он его не брал. Потому что страстный человек не может говорить о жизни. У него нет идей, нет никаких понятий в сердце. У него есть только работа и его развитие. Все. Но благостный человек начинает открывать сердце, говорить о своей вере, о своих понятиях. И этот человек знает, что человек не подведет. Благостный человек, верный человек. Он не подводит, потому что у него есть в сердце совесть, понимаете? Невежественные люди. Совесть означает отношение с Богом. Невежественные люди бессовестные, у них нет совести. Я сегодня смотрел недавно вот события в Иране, там увидел такие, едут 5 грузовиков, ну, такое видео страшное. Люди сидят там, мужчины, и автоматчики как бы не дают им даже голову поднять. Они приезжают куда-то, их выводят, этих людей, и всех расстреливают просто. И сами же это снимают на видео. И выкладывают в интернет, чтобы запугать всех. У невежественных людей нет совести. И все равно убивают они, убивают людей. Мучают, не мучают. У них нет контакта с совестью, понимаете? Нет совести. Хоть они это под рамкой веры делают, то есть они типа за веру это делают, с именем Бога они на устах это делают. Но это все просто прикрытие. Тот, кто чувствует Бога, у него есть совесть. А когда человек есть совесть, он просто так никого не бьет, понимаете? Страстные люди с совестью имеют другие отношения. У них совесть открывается в горе, а потом закрывается, когда горе проходит. Например, жена уходит, человек может раскаяться, сказать, я все, я понял, а потом через 2 месяца опять все забыть, опять жить по-старому. Понятно, да, система? Страстные люди иногда входят в состояние глубины, когда горе приходит в жизнь. А когда уходят, они опять становятся, как были, как раньше. Только благостные люди способны жить по совести, общаться, глубокие отношения строить и сохранять семью. Поэтому, если вы диагностировали, что ваша семья в невежестве или страсти находится, не надо мучить близких людей, не надо с ними ничего делать. Это как раз желание страстных людей что-то делать с близким человеком. Одна девушка ко мне подходит, Олег Геннадьевич говорит, что мне сделать со своим мужем? Я хочу ему помочь в жизни. Вот теперь внимательно слушайте, это очень важно для меня. Я ее спрашиваю, а зачем вы хотите ему помочь? Она говорит, как зачем? Чтобы он лучше стал, чтобы он счастлив был.
А он сейчас что, несчастлив? Она говорит, ну, он считает себя счастливым, конечно. Я говорю, ну, если он себя считает счастливым, зачем ему помогать? Пусть живет, значит. Нет, ну как, Олег Геннадьевич, с таким человеком невозможно жить. Я говорю, ну так зачем тогда вы хотите ему помочь? Она говорит, ну, для того, чтобы у нас счастье было в жизни. Я говорю, конкретнее, у кого? У меня. Ну, я говорю, ну, если вы хотите ему помочь, для того, чтобы у вас была благостная семья, для того, чтобы вы с ним жили счастливо, это значит, что вы из эгоизма хотите ему помочь? Это значит, что вы ему никогда не поможете? Теперь поднимите руку, кто хочет помочь своему близкому человеку не из эгоизма. Вы, да? Микрофончик, вы сейчас не замечаете. Вот девушка на первом ряду, Так, ну и рассказывайте, что это значит. Как вы помочь без эгоизма будете делать, как вы это будете помогать? Без ключевка, без эгоизма. Ну, без эгоизма это значит с любовью, чтобы этому человеку было хорошо. Ну вот он, допустим, есть недостатки, нет, ваших исключений? Ну, недостатков у всех море, мне кажется, но у него просто проблемы со здоровьем, и мне просто его жалко, и поэтому... Все нормально, не тот случай. Так, вот вот мужчина, да, давайте. Нам нужно сейчас разобраться в теме. Так, вы бескорыстно хотите помочь близкому человеку. И как это будет выглядеть? Что значит, вы что будете для него делать? Не слышно, микрофон нету, нет звука. Дайте вот этот микрофон второй. Да, громче. Ага. Я хочу помочь маме своей. А что с ней? У нее тяжелые отношения с папой моим. Так, вот это уже ближе к теме. Да. И как вы будете помогать? Вначале я пытался молиться. Так. Пытался молиться, читать. За что? Молиться. Пытался молиться и вспоминать ее именно. Просто. А почему вы это делали? Потому что, когда я пытаюсь с ней говорить, я понимаю, что она закрыта для меня. То есть она даже полностью меня не слушает. То есть я понял, что... А зачем ей вас слушать? Ну вот я понял, что она и не будет меня слушать. Угу. Пока все нормально. Так, вы молитесь, и что дальше? Пытался молиться полгода где-то и понимал, что результатов нет. И так, а какой результат вы хотели видеть? Чтобы ее отношение к мужу улучшилось. А у вас в сердце появлялось чувство чистоты по отношению к ней, к маме, когда вы молились? Да. Сначала нет, но постепенно я понимал. А вам недостаточно было этого чувства, чтобы делать выводы? Или вам надо было обязательно видеть результат внешний? Для меня результат. Это значит, что вы не маме хотели помочь. И не бескорыстно. Вы хотели помочь себе. Потому что вы переживаете за маму. Если вы хотите помочь маме, то вам будет достаточно того, что ваше сердце радуется за нее, и в нем есть гарантия. Чувствуете разницу или нет? Результат нужен для того, чтобы наслаждаться жизнью. Вам же хотелось, чтобы все было хорошо у них. Но если вы чувствуете чистоту в сердце по отношению к маме, слушайте все это для всех, это очень важный момент. Если вы чувствуете чистоту в сердце по отношению к маме, это значит, что все идет хорошо, а когда все изменится, вы не знаете внешне, потому что айсберг тает долго. Потом дальше, каким путем вы пошли, молитва вас не устроила, что дальше? Ну, сейчас, ну, в последнее время мысли появились, именно попробуйте послушать, в том числе, ваши лекции.
Это хорошее место. Ну, у меня как раз таки вопрос возник, как можно ей об этом сказать? Впихнуть лекции никак. Она 100% пронюхает вашу идею, почувствует насилие и откажется слушать лекцию. 100%. Вы не втюхнете ей лекции. Знаете почему? Потому что вы не знаете, что вы не ей хотите помочь, а себе. Себе в отношениях с ней. Вы страдаете в этих отношениях. И не хотите страдать. Поэтому вы хотите исправить ее. Но если вы будете действовать через сердце, через свое, и трудиться столько, сколько нужно для мамы, то в своем сердце вы почувствуете сначала спокойствие и радость по отношению к ней, а потом это спокойствие и радость приведет вас к тому, что вы с мамой перестанете говорить о проблемах в отношении с папой. Будете с ней говорить просто о жизни, о ваших отношениях, о том, что вы ее любите. Вы начнете с ней говорить как с человеком, а не как с тем, кто доставляет вам проблемы. И в этот момент, когда вы так начнете говорить, она скажет: «Сынок, а откуда ты это все узнал?» Вы скажете: «Ну, я не хотел тебе говорить, но я вот слушаю лекции одного человека. Может быть, тебе это не понравится, я не знаю». Она скажет: «А мне можно послушать?» Вы скажете: «Ну, может быть, можно, если ты хочешь, конечно». Она скажет: «Ну ладно, я подумаю об этом еще». Если вы в этот момент будете захлебываться слюной, она это почувствует и не будет слушать лекции. Потому что человек близкий реагирует на вашу помощь только когда ваше сердце полностью очистилось от корысти. Корысть означает желание поменять человека, Даже Бог не меняет человека, Он дает нам свободу, как жить. Потому что свободу, давать свободу означает любить. Любовь выражается именно в этом. Надо дать вам возможность маме ругаться с папой. И понять, что я не хочу, чтобы они ругались, потому что я хочу быть счастливым. Но если вы будете столько отдавать силы маме, сколько ей нужно для жизни через молитву, тогда вы увидите и почувствуете, что помочь ей можно. Но для этого не надо ее трогать. Надо ей отдавать свою силу просто, свою любовь. Когда вы это будете делать, ее сердце успокоится по отношению к вам и примет все, что вы ей скажете. У меня есть один наставник. Даже читает лекции, его зовут Олег Сунцов. Слушали его лекции? Да. Да, мы с ним встречаемся, есть какая-то трудность, допустим, у меня. Он наставник для всех моих помощников, то есть он такой монах, очень воздушный человек, очень смиренный. Я когда к нему обращаюсь к этой проблеме, он слушает меня внимательно и говорит: «А как ты сам думаешь, как ее решить?» Я говорю: «Я вот так думаю». Кивает головой. Хорошее решение. Я говорю: «Ну, оно поможет мне?» Он кивает головой, говорит: «Скорее всего, нет». Ну, то есть он полную свободу дает, то есть он вообще никак не давит. И когда так человек себя ведет рядом с тобой, с полной любовью, да, он дает ей свободу, возможность все понять самому, то я с удовольствием принимаю его совет. У меня само сердце ложится. А так трудно принять. Я же умный, лекции читаю, понимаете? Я сам все знаю, но как совет принять? Очень сложно. А когда такой человек очень много любви, когда у человека, у него также много и независимости. Независимости от ситуации какой-то. Он не привязан к моей ситуации. У него много любви, он спокойно относится. Еще такой лектор Александр Хакимов, это другой наставник мой.
меня был разок конфликт такой с женой небольшой, и мы пришли к нему решать вопрос, как духовному старшему, наставнику. Мы каждый высказались как бы свое мнение по поводу этой ситуации. И он сидел, улыбался просто мне. Он рад был нашей встрече, улыбался. И когда мы все сказали, он говорит: теперь у меня жена приготовила, пойдемте кушать. Я не стал настаивать на ответе, мы просто пошли кушать. Но я увидел в его глазах радость и любовь. Ничего не сказал, ни одного слова. Но когда мы уходили домой, у нас не было никакого конфликта, и мы были счастливы, и все разрешилось само. Он просто подарил любовь, и все. Этого достаточно, что решать все вопросы. Но любви должно быть достаточно. Вы услышали меня или нет? Что нажим, давление на человека, означает всего лишь желание поменять свою жизнь рядом с ним. И все. Это эгоистическое чувство. Оно не помогает человеку никак вообще. Оно только рушит все. Вот если вы сейчас послушали мои лекции, и вы решили, что единственный способ помочь вашему близкому человеку, это втюхнуть ему лекции, или сказать ему как-то втюхнуть то, что вы услышали на лекции, то вы еще больше разрушите отношения. Я вам гарантирую. Это полная гарантия, что так будет. Кто уже это вчера попробовал, поднимите руку. Какой результат? Хороший? Нет. У вас? Нет. У кого хороший? Поднимите руку. Тоже плохой. У кого хороший? У вас как вы это сделали? Давайте микрофончик. Просто я слушаю вашу лекцию уже лет 7. Произошли в свое время очень трудные события в жизни, и это позволило или подтолкнуло меня к тому, что надо было как-то собрать себя в сознание, видеть этот мир по-другому. И когда я общаюсь с людьми и передаю им, что есть такие знания, есть такая мудрость, которая дает силу, любовь, люди мне верят. Как вы это делаете? Я не знаю как. Вы нажимаете на них, давите? Я просто рассказываю, что... Они вас спрашивают об этом? Есть спрашивают. Есть просто делюсь с утра с людьми, говорю, как дела, как песня. Несмотря ни на что. Несмотря на те трудности, которые происходят в этой жизни. Слышите, да, он дает любовь сразу. Ну спрашивает, как вам говорит? Я тебя люблю, как песня. И я просто вижу в ответ счастливые лица, счастливые, как бы они мне верят просто. Ну вы говорите, послушай лекцию, так говорят, нет? Я просто делюсь своим счастьем. А вы говорите, ну ты дурак, не понимаешь, блин, такая лекция, о-о-о, там классно было, понимаешь? Иногда я чувствую, когда идет, как вы выражаете, слюна, там, да, вот тут я уже чувствую вот этот перегиб, и я останавливаюсь. Спасибо. Бог говорит через вас. Спасибо вам. Вы слышали, нет? Это очень важно. Важно понять, что пока в нашем сердце не появится любовь к человеку выше, чем желание его поменять, он не будет меняться. Он нас мучает по закону, понимаете, по закону. А если мы хотим хитростью его перестать, чтобы он перестал нас мучить с помощью лекции или с помощью каких-то логик, слов, то он никогда это не примет. Никогда. Это невозможно. Счастливую жизнь надо заслужить. Хитрость здесь не помогает. Близкий человек олицетворяет судьбу, поэтому он будет нас мучить. Вы приняли это? Кто не принял? Поднимите руку. Не приняли? Приняли. Все приняли. Пожалуйста, это первый шаг к победе над судьбой. Итак, две вещи, которые я вам сейчас пытаюсь объяснить, и они являются корнем победы над семейными трудностями. Первая вещь. Всегда, когда больно, отвлекайтесь от источника боли. Там, где есть больно, там сфера безысходная, без намека. Если мы обдумываем эту боль, пытаемся это все решить своими силами, значит, там будет поражение. Ну, конечно, допустим, у ребенка насморк. Надо лечить насморк, так? Мы не бездействуем.
Нас вот не лечится. Мы пробовали и сами, и с помощью врачей, и еще как-то. Насморк остается. Дальше возникает боль. Появляется чувство, объем работы, что болезнь непростая, так? В этот момент что нужно делать? Отвлечься от этой темы. Надо начать молитву. Надо дождаться, когда в сердце все успокоится и появится чувство силы и победы над судьбой, а потом придет знание, что делать. Бывает простая судьба, когда легко все решить. Беспокойство указывает на трудности. Но когда я могу сам все решить, все сделать, нет проблем. Муж, допустим, стрюхался в девушку какую-то. Не значит, что он садится молиться и ничего ему не сказать. Надо ему сказать, ты что, дурак, что ли? У нас же семья. И он скажет, да, согласен, что-то я маху дал. И говорит, скажет, что делать? Ну, скажи, что делать? Симку меняй, как бы не общайся, что делать? Все. Получилось. Нормально. Никто не против этого. Называется легкая карма. Нет трудностей никаких. Все легко получилось, нет трудностей. Второй вариант. Вы попробовали сами сказать, не получилось. Сказали друзьям, слушай, поговори. У него что-то это, с мозгами. Вот. Поговорили, понял. Все получилось. Это называется карма средней тяжести. Нет проблем опять, понимаете? Когда сам не помог, друзья помогли или наставник помог. Это судьба средней тяжести. Несложно. Дальше поехали. Влюбился в кого-то. Я с ним поговорил, ноль эмоций. Друзья поговорили, наставник поговорил, ноль эмоций. И в сердце появляется боль. И чувство предательства. Вот это и означает тяжелую карму. Услышали? Вот в этот момент нужно опомниться вовремя. Не нужно позволять боли забирать все существо. Чем больше вы страдаете, тем дальше он уходит. Не ждите. Не надо дальше развивать ситуацию, в отчаянии входить, в ненависть, злобу. Нужна молитва в это время и молитва. Старайтесь меньше работать, меньше общаться с друзьями. Все остальные дела убирайте на второй план. 2-3 часа в день молитвы, как минимум. Отношения с Богом, со святостью. И столько, сколько нужно, чтобы в сердце появилось спокойствие. А на следующий день оно опять будет разрушено, этой ситуацией. Опять молитва. Пока не наступит такой день, когда у вас ситуация сердца не разрушает, а в сердце утверждается спокойствие. И дальше вы увидите, что из сердца придет знание, что делать. Знание это будет сопровождаться также полномочиями. Например, вам надо ему сказать, я тебя люблю, знание такое придет, не уходи. Но если у вас не будет полномочий, вы это скажете, ничего не сработает. Но если у вас в сердце будет спокойствие и сила, то Бог вам даст возможность это сказать так, чтобы человека пробило. И даже если он уйдет, он потом вернется. А если даже он уйдет, у вас сердце будет спокойно, потому что вы будете знать, что он все равно вернется. У вас будет знание о будущем в этот момент. Понимаете, как работает система вот эта? Это первый момент очень важный. Теперь второй момент очень важный, который я хочу до вас донести. Разговаривать с человеком о жизни можно только тогда, когда он вошел в зону благости. А это означает, он хочет слушать лекцию, он раскаивается, он хочет менять свою жизнь. И то это делать надо очень деликатно. И то, что ура! Вот теперь я тебе все расскажу. Нет, очень деликатно, ненавязчиво, прошу нащупывать человека. Говорить с ним очень тихонько. Больше говорить о своих проблемах, чем о его проблемах. Намеками только говорить о его проблемах. Потому что разговор о его проблемах сразу закрывает и как бы убирает всякую возможность общения. Больше говорить о своих проблемах и чуть-чуть намекать на него. Если такой баланс, что очень много у меня проблем, и у тебя тоже чуть-чуть есть, он принимает. Если такой баланс, что я в благости, а ты, соответственно, в говне, извиняюсь за эту фразу, мне жена страшно не любит, когда я говорю.
Когда она сидит на лекции, я так не говорю. Хотел, чтобы вырвалось. Тогда ничего не получится. Знаете, почему мы так говорим? Потому что не хватает любви. Боль в сердце вызывает желание ругать человека и воспитывать. Есть три категории людей в отношении. Первая категория – безразличные люди. Мне все равно, что он будет со мной, не будет. Они живут в гражданских браках. Безразличные. Будет со мной, не будет человек, не знаю. Не все равно. Это невежественные отношения. Вторая категория людей, когда человек выходит из невежества, он становится человеком идеей. Человек идеи, идею ставит выше человека. Это люди идейные. Вышвыривают мясо из холодильника. Говорят, трупоед, я тобой не буду жить. Вешают атрибуты веры ему на шею. Ты будешь нормальным человеком. Вот. То есть люди идейные – это люди в страсти, в отношениях в страсти. Когда человек идею ставит выше человека и заставляет его принять эту идею. Вы все пройдете через этот период, 100%. Почему идейный человек заставляет близких людей принять его идею? Потому что идейный человек – это еще не благостный человек. Это не тот человек, который хочет работать над собой. Идейные люди хотят быть счастливыми за чужой счет. Они хотят всех вокруг себя поменять, считая, что я уже поменялся. Но как определить, что я поменялся? Есть только один способ это определить. Когда ты уже можешь никого не трогать вокруг и всех принять, вот тогда ты и поменялся. Вот когда ты маму уже можешь не трогать, а просто молиться за нее, вот тогда ты победил. А пока тебе хочется что-то ей сказать, победы еще нет. Потому что нет победы в сердце. Победа в сердце означает спокойствие по отношению к нему. Спокойствие. И это значит, что в ней все будет меняться. 100%. Сначала айсберг тает снизу, но вас это уже не волнует. Вы уже знаете, что все будет хорошо. Но это надо в сердце найти и добыть, понимаете? Ваша молитва не была сильной. Вы только дорожку почувствовали, не придали ей значения. А надо было ее пройти, эту дорожку всю. Только в сердце приходит победа. Слова – это просто результат этой победы. Допустим, у вас хорошая судьба, плохой период закончился, и тогда словами можно поменять человека. Это факт. Но это просто результат случая. В основном поменять человека можно только с помощью сердца. Если я сердцем не пробиваю вашу судьбу сейчас, а просто говорю вам слова, это все бесполезно. Я должен победить сердцем. То, что я говорю, я должен прочувствовать и победить сердцем. И тогда это будет вам помогать. Просто слова не работают. Я должен пережить и прочувствовать сам то, что я говорю. Верьте только в это. Одного святого человека спросили, какая религия или вера самая лучшая. Знаете, что он ответил? Сказал, добросердечие – самая лучшая вера. Он сказал, что есть много верующих людей, но если человек сердце свое не сделал добрым, то это значит, он Бога не верит. Потому что доброе сердце означает сердце, которое убеждает не только в себе зло, но также в отношениях. Кто такой добрый человек? Это тот, кто принимает чужую боль. Доброта означает чувствовать боль и переваривать ее в себе. Это означает доброта. Не бояться ее, не критиковать ее, не пугаться ее, не пытаться ее изменить, а принять и победить. А потом уже общаться. Санкции на общение означают принятие. Допустим, муж пьет, что делать? Надо молиться, молиться, молиться. До тех пор, пока вы его пьяненьким не примете.
пока не почувствуете, что вот это мой муж, это моя судьба, он хороший человек, у него есть много хороших качеств, но судьба меня испытывает за то, что я пила в прошлой жизни, я получила такого человека себе. Ну, это хороший человек, мой муж, все нормально. И когда он пьяный приходит домой, вы ему просто берете его за руку, говорит, пойдем отдыхаем, спать. Мы не сможем сейчас общаться, потому что ты же выпил. Мой хороший, давай на третий раз дену помогу, раздевает, выкладывайте спать. В следующий день он просыпается. Вы ему приносите водички попить там и так далее. Как вы думаете, вы унижены в этот момент или нет? Знаете, кто унижен? Это тот, кто делает все без любви. Когда человек молится, у него в сердце столько чувств и собственного достоинства, столько силы, что его никто не может унизить. Он, этот человек, как личность очень сильная. У него нет унижения. Подходит, приносит водички, помогает, но в сердце нет унижения. Нет безысходности, потому что в сердце же уже все побеждено, она уже в сердце чувствует, что все будет хорошо. И дальше что происходит? И если она это все сделала таким образом, она служит ему и при этом принимает его таким, какой он есть, что происходит с ним дальше? У кого была такая ситуация в жизни? Что с ним происходит? Скажите нам, пожалуйста, микрофончик дайте. У меня было так, что мой муж пил пиво каждый день. Каждый день пил пиво. В выходные к нам приходил другой друг, и они пили какие-то более крепкие напитки. И пока я ругалась на него, ничего не помогало. А потом как-то пришел друг, он говорит: «Дорогая, сходи, купи нам водки». Вот. Я подумала, ну это же мой муж, значит, значит, меня он пьет каждый день, и я должна пойти и принять его и купить ему с любовью эту водку. Вот. И я сходила, купила ему и думаю, ну вот все, наверное, это уже такой финал, что надо мне принять такого мужа, что он будет у меня пить. Прошло несколько дней, он говорит мне: «Как ты вообще могла смотреть, что я пью каждый день?» И говорит: «Это же противно». Я говорю: «Ну как? Ну вот так получалось». И после этого он перестал пить. Потом я перестала есть мясо, но ему готовила. И через некоторое время он звонит с работы и говорит: «Я сегодня ел мясо последний день, больше не готов». Вот. А потом произошла ситуация, в которой мы... Я сказал, все испугаются, дальше не надо. Садитесь. Уже достаточно. Смотрите, что происходит в сердце близкого человека, у него совесть начинает жить там в сердце. Потому что когда человек с любовью принимает человека таким, какой он есть, и заботится о нем, но без унижения, нельзя это с унижением делать. Без унижения означает, что она уже приняла его, она победила эту судьбу. В этот момент у него сердце просто гореть начинает огнем, он чувствует совесть, его разрывает на части. Когда совесть человека разрывает на части, он уже не может жить по-старому, все, до свидания, старая жизнь. Ему будет очень тяжело. Видите, что происходит? Не надо трогать близких людей, надо молиться за них в сердце. Пытаться победить судьбу через отношения со святостью и очищение восприятия близкого человека. Принять его. Это трудный путь, но единственный. Трудный сначала, кажется, сначала это невозможно. Потом раз, смотрите, возможно, легче становится. Потом раз, получилось уже. Итак, цель жизни человека – это самосовершенствование. Поэтому все в этой жизни так закручено, что это приводит, жизнь приводит нас к самосовершенствованию.
Например, приходит время в жизни каждого человека, и приходится узнать, что есть душа, и что отношения после ухода близкого человека не заканчиваются. Вам обязательно все это придется узнать, всем, одного. Близкий человек уйдет из жизни какой-то, и вы или войдете в стресс и в депрессию, или вы узнаете о том, что он жив. Вы узнаете о том, что отношения не закончились. И вы тогда просветлеете, вы тогда светлой памяти не оставите, он будет вашим ангелом-хранителем. Есть такой писатель, поэт Рабиндранат Тагор. И когда он уходил из жизни, близок был к этому, он написал стихи всей своей, своей жене, которые потом стали шлягером советской эстрады. Потому что там было чувство, что что-то такое хорошее поется, но о чем конкретно никто не знал. Но все равно было классно. И он пел такую песню совершенно. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега пью сотни кормили трубку прощай. Ты посмотри, без отчаяния. Почему без отчаяния? Почему он ее так наставлял? Без отчаяния посмотрю. Потому что отчаяние означает неправильное отношение. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя, это любовь моя. Ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня? Да? Что остается? Вот эта вот связь, нить вот эта остается между людьми, память. Светлая память, через нее отношения продолжаются, нет смерти. Чувствуется близость и связь с тем человеком, который ушел. Но сначала ты должен в молитве очистить свои отношения и помочь ему, потому что там очень трудно первое время. И нужна помощь родственников. Поэтому они и плачут, или молятся, одно из двух. Плачут безнадежные люди, невежественные. А молятся те, кто достоин счастья. Поняли разницу? Есть скупые люди, они хотят счастья и постоянно плачут о том, что у них нет его. А есть щедрые люди, они постоянно молятся за других и не обращают внимания на свои страдания. Щедрые люди даже в беде всегда достойны счастья. Сейчас я вам расскажу одну ситуацию. Обыденную. Раз уходу по Москве, я в Москве жил одно время. Смотрю, возле столба на улице, это Садовое кольцо, огромное движение просто, перейти невозможно, постоянно машины идут. И стоит возле, полусыпая бабушка возле столба, и видно, она хочет перейти дорогу, а она не может перейти, потому что она чувствует много машин. Но интересная бабушка, она стоит, полностью принимая судьбу. Знаете, вот так стоит спокойненько, смиренненько и ждет, когда машина остановится. Но никогда не остановится, потому что это Садовое кольцо. Но даже ночью не видно. Это спокойствие души и смирение заставило меня подойти к ней. В Москве люди обычно не останавливаются, там такие силы. Вот жесткости в отношении, очень сильные. Когда ты попадаешь в эту Москву, ты так себя тоже ведешь. Идешь, все равно там, кто тебя стоит. Но она вот такая была, что я подошел к ней и спросил, чего вы хотите? Вам нужна помощь? Она сказала, сыночек, я хлебушка хочу купить. Там хлебный магазин через дорогу, но я не могу перейти.
Я побежал через переход. Я говорю, подождите здесь, никуда не уходите. Она, видно, вообще почти ничего не видит. Я побежал, купил ей хлеба, купил разрезанного. И она такая начала щупать его, булку. А она думала, что это будет просто булка, да? И она говорит, ты что, целлофане-то? Я говорю, вот сейчас такой хлеб продают. Она говорит, ты что, он такой какой-то такой, а он разрезан. Я ей все объяснила, когда взяла спасибо и пошла назад домой. Когда человек правильно относится к жизни, он никогда не будет голодать. Бог всегда будет рядом, через людей будет помогать. Вы услышали меня? Она не кричала, не вопила. Она просто смиренно шла. Понимаете, когда человек так относится к жизни, всегда будет помощь, это гарантия. Ну, надо стать таким человеком, чтобы так жить. Это притягивает любовь всегда. Смирение притягивает любовь. Вот как девушка объясняла, как она к мужу относится. Это притягивает любовь. А я сейчас вижу, чувствую ее мужа. Он ее любит бесконечно. Очень сильно любит. Она уже может его воспитывать. Она может по-доброму ему что-то сказать, и он будет слушать. Потому что он очень принял сильно ее вот эту аскезу. Я правильно говорю? У вас по материнской линии есть защита духовная. У вас кто-то по материнской линии, очень верующий человек есть. Да, в роду есть очень возвышенный человек, верующий, он даже уходит из жизни, он потом помогает. У вас есть такой человек в роду, он дает вам знания, силы. Вы знаете этого человека? Нет? Не знаете? Вот я вам просто говорю, что есть. А? Будете узнавать, узнавайте. Это два главных ключа для победы над семейными трудностями, которые я вам сказал. Не трогать человека, если вы находитесь в невежестве и страсти. Первый ключ. И второй. Пока между сердцами не установилась чистота, нет смысла с человеком о чем-то говорить. Это не работает. Вы не сможете ему ни доказать, ни помочь, ничего. Пока в сердце не будете чувствовать. А это означает хорошее мысление. То есть вы молитесь, и у вас появляются хорошие мысли, если вы вспоминаете, что он хороший человек, хорошие ему поступки, перестаньте обиду, плохое о нем вспоминать, начинайте вспоминать хорошее о нем, чувствуете, что он хороший человек, и при виде его вам хочется улыбнуться, а не огорчиться. Это значит, что вы уже победили судьбу там, где ее надо побеждать, в своем сердце. А остальное все это уже просто ерунда. Это само собой, если одно все произойдет. Третье правило. Человек всегда склонен зарываться в дела, печаль и заботу. И склонен всегда забывать о главном. А главное для него является главным, является для человека искренние отношения. Отношения между людьми сформируют наше представление о жизни. У нас много деловых отношений, у нас много личных отношений, но очень мало духовных отношений. Из-за того, что нет духовных отношений, разум не способен побеждать судьбу. Он находится в скованности суеты жизни. И мы это называем отсутствие времени. Сейчас я вам объясню кое-что. Как вы думаете, у вас есть время на молитву с утра или нет? Ну, большинство людей скажут, что нет. Но я вам задам этот вопрос. Если вы молодой человек и влюбились, и вы заняты весь день с утра до вечера, вы найдете на свидание время или нет? Кто не найдет на свидание с любимым время в течение дня? Поднимите руку, если вы очень сильно заняты.
Хоть один человек есть такой, нет? Все найдут время, да? Но почему тогда бы не найти на свидание с той личностью время, которое в тысячу раз дороже, чем любимый самый человек, потому что именно эта личность дала вам любимого человека. Господь, который живет в нашем сердце, как мы его не видим и не чувствуем, постоянно заботится о нас. Все движения в нашем теле дает Он. Вся жизнь клетка. Мы кушаем пищу и потом только чувствуем, когда надо ее выпустить наружу. А что внутри происходит, мы не знаем. Мы не знаем, как вынашивается ребенок. Мы не знаем, как побеждает судьба в жизни. Я, например, когда был маленький, мне было 10-12 лет, родители ругали страшно, просто страшно. Отец бил мать каждый день, матерился, страшная жизнь была, страшная, просто как в кошмаре каком-то. Пил, ругался, бил мать, страшная жизнь. Я в какой-то момент побежал в поле, просто убежал, бежал, бежал. Это город строился, и дом стоял на краю города. Я побежал туда, вот, через дорогу, к лесу, в поле. Там сейчас уже везде дома, когда было поле. Остановился где-то посреди поля, поднял руку к небу. Тогда я не знал, что есть Бог вообще, ничего не знал об этом. Я просто поднял руки к небу и закричал. Я буду страдать столько, сколько нужно, до 28 лет. Но в 28 лет я обрету знание, как жить правильно и стану счастливым. Зачем я это крикнул, я не знаю. В 28 лет я узнал медическое знание. Именно 28 лет. Ничего ошибки не было в этом вопле, наверное. Теперь у меня вопрос, кому я кричал? Никого не было вокруг. Чего кричать, когда никого нет? Себе? А что себе кричать? Можно сказать просто. Вот вы, допустим, идете, допустим, одна, и говорит, я все равно выйду замуж, все равно выйду замуж. Кому говорит? Себе, да? Не себе. С собой общаться невозможно. Вы говорите Богу в сердце, хоть и не знаете об этом. И вы уверены, что так будет? Почему? Потому что он вам дает уверенность. Или вы говорите, ты за это ответишь. Мужа нет, он ушел. Кому говорит? И вы точно знаете, что ответить? Точно знаете. Успокаивайтесь. Сказал я успокоиться. Почему? У вас так было, да, извините? Да? Почему? Ответьте мне тогда на это. Почему вы успокоились? Кому сказали? Внутри кому-то, да? Дайте микрофон. Кому вы сказали? Внутреннему чувству, которое сидит. Внутри, которое чувство, которое сидит в вас внутри. Это чувство, это голос совести. Оно же дает счастье человеку, оно же дает забвение, когда человек забывает о трудностях, успокаивается. Оно же дает сон, это чувство. Оно же дает несчастье и страдания. Оно, это чувство внутреннее, это личность, которая живет в сердце вместе с вами. Для меня это как защита была, когда это говорили. А потом она я просила прощения. Она защищает это чувство, защищает, да. И прощение вы у него же просили. Вы думаете, что вы у человека просите прощения? Вы у него же этого чувства просите прощения. Люди, когда приходят, мне говорят, Олег Геннадьевич, благодаря вам вся моя жизнь изменилась. Они говорят это правильно, но для меня это подвох. Если я в это поверю, я деградирую. Потому что я могу быть только представителем их этого чувства в их сердце. И когда они меня слушают, они слушают это чувство. Поднимите руку, кто получал советы от меня во сне.
Что? Вы получали? Я не приходил к вам во сне. Это приходил он там изнутри, в моем облике, чтобы вам легче было понять тему. Понятно? Вы услышали меня, да? О чем я говорю сейчас? Человек должен немножко из невежества выходить. Мы должны это понимать, что есть совесть, что есть представительство высших сил внутри, в сердце. Мы должны это понимать. Счастье откуда выходит? Некоторые думают с половых органов. Откуда счастье выходит? Отсюда. Боль откуда выходит? Из сердца. Память вспомнил, откуда выходит? Вот отсюда. Забыл, откуда выходит, отсюда. Уже сложнее понять. Любовь откуда выходит? Здесь вот любовь должна быть. Любовь никогда не нагляд. Когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Видите, мы не умеем любить, сердце умеет любить. Это обращение к Богу. Услышали меня или нет? В этой песне обращение к Богу. Благодарность за любовь. И там надо очень четко понять, что у нас внутри всегда сидит чувство, что я смогу сам. Как молоды мы были, как искренне любили. Как верили в себя, первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Понятно, да, система? Не надо верить в себя. Правильно просто. Не надо верить в себя. Когда трудно, надо отвлечься от себя, от своих мыслей и переключиться на то, что помогает. Это самый трудный момент трудности. У кого сейчас очень больно? Поднимите руку. Вам очень больно. Вы вчера, сегодня утром переключались? Что произошло? Ну-ка, микрофончик дайте. Утром я делала медитацию на послание любви своему мужу. Мне возникло такое... Неправильное мышление. Неправильно. Потому что не надо ничего мужу посылать. Нужно думать о святости, о Боге. Я вам говорил это. Это тоже. Это главное. О чем вы думали, скажите мне? Что на все воля Бога. Это все глупость. Это самооправдание. Надо вспоминать святость, кланяться ей. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Я хочу жить так, как ты хочешь. Я хочу будет жить по твоим законам. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. И мужу тоже желаю счастья. Услышите меня или нет? Надо думать о святости. Видите, несмотря на мои многочисленные слова, вы все равно думали о источнике боли и послали ему именно счастье от себя. Вы поняли, в чем ошибка? Это ошибка у всех, кто находится в состоянии боли. Следующий человек, кто кому больно. Вы что с утра делали? Чем занимались микрофончик, пожалуйста? Ну, вообще, когда мне очень больно, я почему-то учу стихотворение. И меня это совершенно отвлекает от всего. Значит, вам еще не было больно. Если вам будет больно, вы забудете, как учить стихотворение. Кто уже забыл, как учить стихотворение, давайте ему микрофончик. Вам еще не было больно. Человек тупеет в это время, ему не до стихотворения.
Вот ничего не делала, я лежала в постели. Все это бесполезно, давайте дальше микрофончик. Мне нужны те, кто что-то делал. Кто что-то делал с утра сегодня, несмотря на страдания. Вот ей говорю, давайте микрофончик. Здравствуйте. Надо встать с постели. А если вы не можете сами, тогда включайте лекцию, и она вас поднимет. Включайте духовную музыку, и она вас поднимет. Услышали меня или нет? Пожалуйста, сделайте так. Иначе вы будете жить вечно в этой постели. Состояние отчаяния разрушает здоровье. Все хронические заболевания развиваются от этого состояния. Вы себя убиваете сейчас, просто убиваете. И почему? Из-за упрямства. Потому что вы хотите, чтобы само все прошло, а это никогда само не пройдет. Вам эта ситуация надо, это только для учебы, а не для того, чтобы вы страдали. Просто начните слушать лекцию, если вы не можете сами встать и начать делать то, что я сказал. Ваш, пожалуйста, ваше слово. Да? Что вы делали сегодня с утра? Я вспоминала образ Матери Святой. Да, молодец, супер, супер. Дальше. Мне очень важно слышать ваше слово. Что дальше происходило? Ну, дальше я только могла видеть его внутри себя и читала про... Что за страдания у вас в жизни сейчас? Ведь она не говорит, значит, есть страдания. Стихи не сочиняют в это время. Ну, мне трудно просто с собой справиться. Хорошо, я понял, страдание есть. Вы вспоминали о страдании в это время, во время молитвы? Оно лезло в сердце? Нет. Как нет? Ну, потому что я молилась. Ну, это значит, что у вас очень сильная молитва. А вам легче становилось? У вас сердце успокаивалось? Ну, во время молитвы, если долго, то да. Это очень хороший уровень. Вам дальше надо молиться? Вам надо молиться так долго, чтобы на весь день хватало. Сколько для вас долго? Сколько вы молитесь? Около часа будет. Это очень мало для вас, в вашей ситуации сейчас. Надо 2.5 часа минимум. Через 2.5 часа у вас сердце утвердится уже в состоянии счастья. Вам на весь день хватит. А потом опять будет хуже. И так будет длиться около 3 месяца. А потом вас отпустят. И вы победите свою судьбу. Вы услышали меня? Кто-то рядом был, тоже поднимал руку. Давайте, да? Я делала медитацию «Любящие глаза» на протяжении где-то часа. Это и... святость для вас, «Любящие глаза»? Да. Что это за глаза такие? Это буддийская медитация. А что за глаза? Ом Мани Пиме Хунг мантра. А? Ом Мани Пиме Хунг мантра. А глаза чьи? Глаза Будды, Бодхисаттвы, «Любящие глаза». Все, вот надо, чтобы он был перед вами. Это личность должна быть. Без личности нет победы. Да, мне стало легче на какое-то время. Конечно, вот боль она лезла. А потом, когда я себя поймала уже после медитации, через какое-то время, может быть, 2 часа прошло, я поняла, что меня опять начинает накрывать. И я просто пела мантры, мантру любви. Пытаясь не думать о предмете. Вот, молодец, 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 молодец. Сейчас, по крайней мере, я смогла вот задать вам вопрос. А у вас вера появляется, что все будет хорошо? Появляется. Когда вы это делаете, молитесь, вот это появляется вера. Идите этим путем, вы будете победителем на 100%, без всякого сомнения. Спасибо. Дальше кто еще? Пожалуйста. У вас боли есть? Ну, у меня сейчас очень тяжело болит. А что случилось? Ну, у меня проблема была нескольких направлений. Будем говорить и по работе, и в семье. Все сразу. Что вы делаете конкретно? Слово молитвы мне ни о чем не говорит. И традиция тоже. Утренние молитвы. Что вы делаете? Я молюсь перед иконами. Вот это уже теперь вы говорите нам то, что надо. И когда молюсь, стараюсь осознать каждое слово. Это очень важно, то, что вы сейчас говорите. Дальше рассказывайте нам. И хочу почувствовать то, что эта молитва хочет сказать. Не всегда получается. А вы с иконой отношения имеете в это время?
вы ее видите, вы ей служить хотите, вы хотите для нее жить или нет? Я стараюсь служить ей. Я стараюсь представить. В сердце возникает спокойствие. Не всегда. Это значит, что вам не хватает концентрации. Вам нужно включать голос православного человека, который молится. Нужно париться иконе, больше сосредотачиваться на объект любви. Просто сосредотачиваться на словах недостаточно. Сейчас я вам кое-что скажу важное. Я считаю вас очень разумным человеком. Я считаю вас очень разумным человеком. Чего мне сейчас не хватает? Я концентрируюсь очень четко на каждом слове. Я с вами сейчас общаюсь. Чувствую. Мне не хватает вас. Вас не хватает в этот момент. Вот смотрите, я смотрю на вас, кланяюсь вам в ноги и говорю, я считаю вас очень разумным человеком. Чувствуете разницу или нет? Что произошло сейчас? Это молитва сильнее? Я просто слова произношу четко. Я считаю вас очень разумным. На словах, думаю только о словах. Очень разумным человеком. Но вы не слышите меня в это время? Я вам не говорю? Ничего нет. А когда я вам кланяюсь, да? Я считаю вас. Это на словах я меньше концентрируюсь в это время. Но больше на вас, да? Так? Но слова же все равно я произношу. Я же не про себя это делаю. Поняли разницу или нет? Почему не всегда приходит спокойствие? Нет понимания, что ты делаешь. Ты же с личностью общаешься. Садитесь, я кое-что объясню. Нет никакой иконы. Не существует никакой иконы. Есть личность, которая непосредственно связана с этой иконой. Вы услышали меня или нет? Она реально воспринимает ваши слова. Реально это происходит, реально, эта связь абсолютно, она реальна. Не сомневайтесь в этом. Но если вы сомневаетесь, нет никакой связи. Видите икону, реально ли ей это личность и Богородице кланьтесь. И конкретно ей молитесь. И вы увидите сразу пошли отношения, спокойствие в сердце, победа над судьбой и все. Сейчас будут доказательства. У кого родственник живет далеко, на том стороне земного шара. Вас? Как его зовут? Марина? Кто это для вас? Сестра родная? А она сейчас болеет, что ли, у вас? Вы уверены? И что-то тяжело сейчас. А вы с ней созванивались? Ну, хотели бы ручку передать ей. Только поставили, пожалуйста. Что, у нее все классно сейчас? Вот это было вчера. Да нет, у нее как бы трудности какие-то на работе, что ли, она так устает сильно. Она еще не приступила к работе, она только улетела. А, вот из-за того, что улетела, у нее трудности. То есть у нее трудности, потому что она в чужую страну улетела, да? Она там жить улетела? Она живет, да, в другой стране. Только улетела? Она была в гостях в России. А, то есть трудности, потому что... Она только прилетела, да? Свобода трудностей у нее. Вот это и есть трудности. Угу. А что у нее с позвоночником? Болит спина? Как нет? 100% спросите у нее, шея не болит, спина вот здесь. Спрошу. Спросите, да. А левая нога? Тоже не болит? Тоже узнаете? Все болело или нет? Она плаксивая, да, такая? Да нет, она счастливая. Ну вообще по жизни так? Нет. Она сейчас живет в счастье, она идет по... Ранимая, да, такая, сердце ранимое. А какое? Была, да, ранимая. Но не характер такой ранимый. Ну, вопрос, поскольку она впечатлительна очень, чувствует все, как будет.
Вы все такие сильные. Ну, понятно, но я про нее сейчас говорю. Чтобы быть плаксивой? Ну, наверное, не плаксивой, да, чувствительной, ранимой. Угу. А почему я об этом все так говорю подробно? В чем причина? А я через вашу память сейчас ее чувствую. Вашу сестру. Вот сейчас прямо я чувствую, вот сейчас, что с ней происходит. Я плакала, уважаемый. Я очень переживала. Возможно, да. Была, да. Но я говорю про нее сейчас, про нее. Я говорю про ее внутренний мир. Почему я так уверенно говорю? В чем причина? Она чуть пониже вас, что ли? Немножечко. Ну, понятно, что немножечко. А что, откуда я это взял, что она поняла чуть-чуть вас? А? Она чуть пониже и чуть постарше, да? Откуда я это знаю? Я это знаю, потому что просто через вашу память я сейчас чувствую этот человека. Это означает, что когда вы смотрите на икону, вы точно так же чувствуете эту личность. В этом нет никакого сомнения. Все услышали это или нет? Если вы это не услышали, у вас ничего не получится. Просто повторять слова бессмысленно. Нужно обращаться конкретно к кому-то. И тогда вы получите результат, отношения. Святые люди – это те, которые живут только ради того, чтобы помогать. У них нет другой жизни. Я когда изучал этот вопрос, я изучал, кто такие святые, они всегда на связи, на контакте. Я взял изображение святой Матроны и задал ей вопрос. У меня был больной вопрос. И сразу получил ответ. А когда больной вопрос, ответ всегда не нравится. И ответ мне не понравился. И я спросил, а может так? И тогда я увидел такое изменение в лице, такую немножко усмешку и такой ответ. А может и так. Со мной тоже такое случается в молитве. И потом я понял, что это развод. И как бы я понял, что надо принять просто и все. То, что получил сразу. Зачем еще дальше что-то думали? И все именно так и получилось. Я поступил так, как понял. И это блестяще помогло мне в жизни. Блестяще помогло. Святые люди есть. Есть, понимаете? Только глупцы не понимают, что они есть. Святой Матроне стоит очередь и днем, и ночью. Я подходил к этим людям, спрашивал, что вы стоите? Он говорит, да, вот это помогло, мне помогло. У них конкретный опыт, понимаете? Как можно ночь стоять без опыта? Просто так? Не работает. Итак, три вещи мы с вами разобрали сегодня. Первая вещь, что нужно правило определенное, нужно вспомнить, что помогает только высшие силы, а я про себя забыл. Боль заставляет думать об объекте боли, вот как девушка говорила, я вспоминала, желаю было ему счастья. Вы ему не поможете, вы не сможете ему пожелать ни счастья, ни страдания. Он дамоклов меч над вами, он вас мучает. Это безнадега так делать. Вы должны вспоминать святость и желать ему счастья от его имени, а не от своего. А если вы там не вспомнили, ничего не поменяется. Но прежде чем ему желать счастья, надо сначала сосредоточиться на объекте счастья, святости. Надо не думать о близком человеке, о объекте боли не надо думать вообще. Надо думать о объекте святости и попытаться почувствовать спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце указывает на контакт, на то, что все получается. А потом уже дальше желать ему счастья. Потому что счастья нет, чего пожелаешь. Надо сначала его получить, а потом желать. Второе. Если вы не в благости, близкий человек не раскаялся, не хочет менять свою жизнь, не надо ему ничего объяснять и советовать. Бесполезные занятия разрушают жизнь. Живите в тишине и по
Помогайте близкому человеку в том, чем можете. Делайте для него то, что дозволено. Например, вы можете ему готовить? Готовьте правильно. Что значит правильно готовить? С молитвой. Вы можете готовить, потому что надо готовить и пойти на работу. Блин, эта готовка уже меня заколпала. Все это будет там. И он это все съест, и вам выдаст назад то же самое. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдает бензин. Не молоко, а бензин. Понятно, да? Система. Второй вариант. Готовить для мужа с любовью. Работает слабо. Потому что если вы готовите для мужа с любовью, какой будет результат? Вы захотите от него чего? Благодарности. И это будет петля. Потому что когда мы служим близким людям, всегда благодарность намного меньше, чем мы вкладываем силу. Например, мы с любовью приготовили, он съел, сказал, ну спасибо, я пошел. Все. А вы с любовью готовили для мужа. То есть вы его с Богом перепутали, понимаете? Для мужа надо готовить как? Объясняю, послушайте меня. Для мужа надо готовить, думая о Боге и молясь Ему. А когда мужу отдаете, то это ваш долг перед ним. И это и есть любовь, вот этот долг. Вы отдали его, накормили, и тогда у вас не будет претензий. Он сказал спасибо, вам хорошо, потому что вы получили обратную связь с тем, кому молились. Не сказал спасибо, тоже нормально. А если вы для мужа живете и готовите, вот это и есть петля, которая вас разрушит. Он вам не скажет столько, сколько надо, потому что мы все живем в грехе. Мы все эгоисты. Мы не сможем отдать столько, сколько нужно для счастья или для души. Поэтому люди и загибаются в своей вере, в своих детей, в своих мужей. Если вы верите в своего сына, он вырастет эгоистом. А если вы верите в мужа, значит, он обязательно вас бросит. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, меня муж бросил. Я говорю, почему? Ну, потому что он возвышенный человек, а я грешница. Я говорю, ну, а в чем возвышенность его заключается? Он говорит, ну, как в чем? Он по понятиям живет, у него все правильно. Он мне постоянно говорит, как правильно, а я всегда неправильно все делаю. И поэтому-то он меня бросил, что он нашел возвышенную девушку, а меня дуру оставил. Я говорю, стоп, 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 интересно услышать, интересно знать. Вы что, наверное, вот сильно любили его? Да, Олег Геннадьевич. Наверное, служили ему всю жизнь, заботились? Да, Олег Геннадьевич. Считали его очень хорошим человеком? Да, Олег Геннадьевич. Для него всю жизнь так? Да, Олег Геннадьевич. А он вас бросил, нашел себе святую? Да? Да, Олег Геннадьевич. Так знайте, что святые люди не бросают. Бросают самодовольные грешники только. А самодовольным человек становится, когда его самодовольство подпитывает слепой человек, не знающий, кому поклоняться можно, а кому нельзя. Мужу не надо поклоняться нехорошим. Это поклонение вызовет в нем гордость. Мужу надо просто выполнять перед ним свой долг. А вот поклоняться надо Богу. И когда вы Богу поклоняетесь, у вас в сердце появляется любовь, вот отдайте ее мужу. И если это настоящая любовь, она не потребует ничего взамен. И вот тогда у него в сердце возникнет благодарность, и он начнет меняться. А вот если вы поклоняетесь ребенку и думаете только о своем ребенке, живете без своего ребенка, этот ребенок вам испортит жизнь. 100%. 100%. Да? Да? Божественному мужскому началу, конечно, можно. Это тоже означает поклоняться Богу. Только его аспекту какому-то. Ну, то есть нельзя поклоняться мужу, в прямом смысле слова, думая о мужском начале, который... Нет, ваш муж будет получать гордость в результате. А если это делать, ну, в тонком теле, не в прямом... получать гордость.
Поклоняться нужно только Богу, мои хорошие, только Богу. Вы очень благочестивый человек, но у вас не хватает знаний. Вы можете испортить себе жизнь. Не делайте из мужа Бога. Не можете себя таким почувствовать 100%. Слышали, да? Хорошо. Чаще всего не из мужей, не из жен богов делают. Это долго не продлится. Вот, например, если я сильно влюбился в кого-то и поклоняюсь просто девушке или мужчине, чаще всего меня бросят очень быстро. Вижу тень наискосок, рыжевею полоску ива, я готов целовать сок, которого ты не добивал. До свидания. Прощается всех вокзалов поезда, уходят дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом, ё-моё. Прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо посмотри. Результат поклонения. Человек становится спесивым и по барабану бесконечным. Вообще никакой любви, никакой заботы в сердце, просто тупости все. Бросает легко. Совесть живет в сердце только того, если близкий человек с совестью строит правильные отношения. Если мы поклоняемся не совести, а человеку, то совесть в нем не живет. Если мы поклоняемся ребенку, большинство людей детям поклоняются. Ребенок – это главное всю жизнь для меня – это ребенок. Кто станет бессовестным? Ребенок. Конечно, ребенок – это важный в жизни, важный объект в жизни. Важный. Но поклоняемся мы чему? Алтарю, Богу. А ребенка воспитываем с любовью. Тогда он вырастает разумным человеком. Если для меня ребенок самое важное, то это значит, я что делаю с ним? Две вещи. Первое, я его балую, а второе, ненавижу. Злюсь на него. Почему я его ненавижу? Он не оправдал доверие. Почему я его балую? Потому что мне нравится наслаждаться им. Это означает поклонение ребенку. И бесконечная вера, что жить надо для ребенка и больше ни для кого. Означает разлука. Разлука в жизни. Раньше, чем ребенок вырастет, наступит разлука. Чаще всего разлука в женщине, у женщины такой наступает от того, что ее бросает муж. Теперь у меня вопрос, а почему бросает? Как ты думаешь? Вот энергия любви женщины, она мужу предназначена, нет? И кто ребенок? Мужу тоже предназначена, да? Когда женщина зацикливается на ребенке, муж что-то достает, нет? Нет. Даже она просто беременная становится, и она так настроена, уже ее в этот момент бросают. Не то, что надо ждать слишком долго. Просто я живу для ребенка, все, муж по барабану, все по барабану, думаю только о ребенке, живу только для ребенка. Почему только для ребенка ты живешь? А потому что оттуда идет счастье. И глупые люди всегда живут для объекта своего счастья. Счастье пошло от ребенка, всех забыло, думаю только о ребенке. Это значит, что все тебя побросают. Не надо быть такой наивной. Счастье предназначено для того, чтобы ты заботилась о нем. А жить надо для Бога. И для мужа так же. И для друзей так же. И для начальника на работе так же. Для всех, кто нуждается в твоей помощи. Иначе жизнь не будет нормальной. Видите, я вам сейчас заблуждение рассказываю разное. Иногда люди живут для машины или для квартиры. Вся жизнь предназначена для того, чтобы выплатить квартиру. Все, нет больше ничего в жизни. Работаем на ипотеку. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. А вместо сердца пламенный мотор.
Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеле дышим увеличение квартиры границ. Пам-пара. Знаете, чем это все заканчивается, мои хорошие? Пока вы будете для квартиры жить, все будет хорошо у вас. Проблемы начнутся, когда вы получите квартиру. Потому что когда человек ставит эту цель в жизни, и он к ней приходит, дальше приходится потери подсчитывать, понимаете? Люди друг с другом не общались, детей не воспитывали, здоровье угробили, в отпуск не ездили. С друзьями не общались, всех друзей потеряли, получили квартиру. Они получат столько счастья, сколько они ожидали. Квартира же это просто стены. Они въехали в эти стены, переругались и разошлись. Все, кто, у кого так получилось, кто не видел. Пожалуйста. Квартира это хорошо. Не главная цель жизни. Убиваться не надо, да? Не надо. Вот если мы со всей концентрацией на святости думаем, тогда будет победа. Итак, четыре вещи. Первое. Если думаем об источнике боли, всегда будет поражение. Думать надо о святости. Второе. Ну, подсказывайте. Если мы живем в невежестве и в страсти, мы не воспитываем друг друга, мы поднимаемся с невежества и страсти. Третье. Мы должны понять, что святость – это личность, а не просто тараторик в молитву, как истукан. Услышали меня или нет? Что мы с личностью имеем дело. С личностью означает вспоминать, чувствовать ее, кланяться кому-то конкретному. И четвертое, что я вам сегодня донес, это то, что если цель жизни выбрана неправильно, разруха гарантирована. Целью жизни может быть только самосовершенствование, осознание себя душой и Бог. Больше нет никаких целей жизни. Все остальное помогает в этом. Помогает. Зарплата, квартира, работа, учеба, все помогает. Но если мы только этим живем, а вот основное не изучаем, некому будет помочь потом. Помощь приходит оттуда. Если мы это все не изучаем, ради этого не живем, не будет никакой помощи, будем выйти на Луну потом. Человек должен в своей жизни уделять время самосовершенствованию. У кого сегодня во время лекции глаза раскрылись на жизнь? Поднимите руку. Спасибо вам. 20 с лишним лет назад у меня то же самое произошло. Глаза должны открыться на них. И не закрываться уже в этом месте. Веда объясняет, что есть 5 стадий развития жизни на Земле. Первая стадия жизни в глубоком сне. В глубоком сне живут деревья. Они чувствуют свет, растут. Это тоже души, которые спят и ничего не понимают. Чувствуют свет, растут. Размножаются так же, как мы, кушают так же, как мы, сосут пищу корнями. Но если мы отрезаем листочек или веточку, они не дергаются. Если мы много веточек отрезаем, дерево растет еще лучше. Почему? Потому что, когда мы веточку отрезаем, дерево чуть-чуть просыпается, активизируется к жизни и разрастается. Поэтому садовники обрезают ветки постоянно, чтобы дерево оно было активным, росло лучше, плодоносило. Да? Сон без сновидений, глубокий сон. Себя никак не осознает дерево вообще. Оно себя не знает. У меня нет чувства самосохранения. Есть оно в какой-то степени, но оно не разрушает жизнь. Следующая форма, следующий уровень жизни – сон со сновидениями. Так себя чувствуют животные. В разной степени. Например, рыба, она вообще себя почти не понимает. У нее глаза
а у меня только есть две эмоции. Страх и еда, и все. Желание пищи и страх. Посмотрите в глаза рыбы, там один страх. В аквариуме видите рыбу? Ни радости, ничего, ни страха. Дальше ящерицы. Уже больше сознания пробуждается. Не любопытствуют, уже ищут что-то. Не двигаются, не активные. У них тоже страх, у ящериц в глазах тоже страх. Но есть еще эмоции, самосохранение, там быстрее что-то делает, быстрее туда-сюда смотрит. Нога злоба, скалятся, шипят. Страх, злоба, более развитое сознание. Птицы, следующий уровень развития животного мира. Страх, тоже там. Щетинятся, оперяются, но у них что еще есть? Любовь уже появляется, уже любовь. Через звук они уже начинают проявлять чувство любви, так? Дальше более высокий уровень развития животных. Это уже, как бы, мы видим, уже домашние животные, близкие к человеку. За общение с человеком у них развивается очень сильно характер. Вот если взять волка, он почти не улыбается. Вот посмотрите лицо волка, морду волка, он такой. Ну, тоже как собака, он там любит щенков, но он почти не улыбается. Собака, она уже... То есть она уже улыбается, у нее уже как бы есть эмоции, она там проявляет их, общается. Волки необщительные. Они только действуют в соответствии с своими желаниями. Там поесть, порвать кого-нибудь, там поспать. Защитить детей. А собака, она уже общается, понимаете, она на подушку залазит, как бы. Ей нужно общение, понимаете? Отношения нужны уже. Она скулит там, хоть. А? Что? Это нормально, да. Пару создают, живут, у них улыбок нет, понимаете? А собака уже есть. Видите, более пробуждающее сознание идет. Больше пробуждает сознание в животных. Домашние животные – самое высокое сознание в животных. Это солнце сновидений. Когда человек рождается, когда живое существо рождается, собака себя даже до конца не понимает. Она гавкает на свой день, на отражение в воде, на зеркале смотрит и думает, что это не она. То есть она себя не до конца понимает, собака еще, до конца не понимает себя. Она спит еще, но когда человеком рождается живое существо, то это уже пробуждающееся сознание. Человек начинает интересоваться жизнью во Вселенной. Он не сильно доверяет, что жизнь соткана из комбинации химических элементов. Не сильно этому начинает доверять, сомневается, что это так, что после смерти химических элементов жизнь заканчивается, он в это не верит. Чувствует, что что-то не то. Он более глубоко начинает воспринимать жизнь. Понятно, да? Человек, пробуждающий сознание, означает, не понимает своих прошлых жизней, не чувствует. Не чувствует, что есть совесть, не чувствует, что есть любовь, что такое любовь. Чувствует, что надо секс, вино, как бы. Еще что-нибудь вкусненькое. И деньги, и власть, слава, все. А больше ничего не чувствует. Это называется пробуждающее сознание. Просто жизни нет, следующей нет. Живем один раз, и гуляй, веселись, все будет нормально. Пробуждающее сознание. Просто живем, наслаждаемся жизнью. Чем отличается от животного? Ничем почти. Животные точно так же пьют, гуляют, там, нюхают друг друга, там, бегают друг за другом. Домики строят, все то же самое. Только более примитивно делают, не как люди. С точки зрения чего-то нового, ничего нового, понимаете? Совести нет, ничего нет, все, живем как можем, все. Нового ничего нет, пробуждающее сознание. Теперь, пробудившееся сознание, это у вас. У вас, которые на лекцию пришли. Пробудившееся сознание означает,
искать правила жизни. Как жить правильно? Совесть. Ощущение, что я вечный, скорее всего, не помираю после смерти. Чувство, что я что-то делал в прошлом не так, поэтому сейчас страдаю, ощущения не появляются. Человек начинает чувствовать, что если он живет правильно, в следующей жизни это ему поможет. Пробуждающее сознание означает вот это ощущение тоже. Человек верит в совесть, в правду, в честность, в доброту, в порядочность. Он верит в скромность, в смирение. Он верит, что это ему поможет все в жизни. Он не верит в злобу, хамство, предательство, трусость и неверность. Он знает, что человек рожден для того, чтобы трудиться над собой. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Пробуждающее сознание. А теперь пятый уровень называется бодрое сознание. Бодрое сознание означает знание о своих прошлых жизнях, о своей будущей жизни, знание о цели своей жизни, знание, что есть Бог, знание, что я душа, знание о том, что я должен служить Богу, в этом суть моего счастья. Знание о том, что я могу помочь всем, если я правильно действую, связываюсь с источником счастья, я могу помочь любому человеку, не настолько, насколько нужно ему помочь, нужно просто вкладывать силы. Знание о том, что есть святость, знание о том, что есть высшая цель жизни, о том, что есть духовный мир, и что мы все наказаны, поэтому живем здесь материально. Знание о том, что Земля – это не лучшее место для жизни. Знание о том, что высшая жизнь наполнена величайшим счастьем, и мы все достойны такой жизни. Знание обо всем этом означает бодрое сознание, и оно бывает только у святых людей. Тех людей, которые сияют красотой, сияют чистотой. Святые означают сияние. Смотришь на такого человека, сердце радуется. Означает святость. Ищите отношения с такими людьми. Цель жизни человека – найти святость хотя бы на иконе. Если человек привязывается к святости в своей жизни, счастье обеспечено. Все трудности он преодолеет, все победы придут к нему. Если он не чувствует и не ищет этого, жизнь бесполезна. Наша лекция, к сожалению, должна закончиться уже менеджеры переживали. А также те, кто следят за залом, тоже переживают. Я заговариваю всегда, простите меня, уже надо заканчивать. Мы сейчас еще 5 минут пожелаем всем счастья, нарушим все законы, правила. Но куда не деваться, что делать? Я не успел закончить. Все сели прямо. Что делать, вы уже знаете, я целую лекцию об этом говорю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю. Всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви. Чтобы все ваши семьи были сохранены и чтобы вы победили все свои трудности. Я, честное слово, вам очень всем благодарен за ваши глаза, за вашу веру, что мне по сути не принадлежит. Это все принадлежит тому, кому верить. Я просто, может быть, пытался быть его представителем. Спасибо вам всем большое.